like I know you so much more. But I don't wanna waste my time. So deep, do you wanna live this life with me? Oh, baby, let's leave reality. Oh, what you wanna do? I see you walking by and I know that you can feel it too. And I ain't playing no games. So if you're feeling too, just say it feels like. Pick me up.
breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty. But I know that I want to be where you are. Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, воскресный вечер, Руроя, весенние схватки. И, как всегда, с вами Сиера, но я сегодня не один, со мной сегодня Влад Смолдер. Влад, привет! Одну секунду. Еще раз привет, Влад. Теперь тебя должно быть слышно. В общем, начинается у нас уже первая карта, такие у нас небольшие технические неполадки были. Скажи что-нибудь, Влад. Да-да-да, все нормально, вроде всё. Сейчас слышно. Все, вот теперь отлично. И начинается у нас первая карта. Вот-вот мы увидим расстановку команд. Ну что ж, ты уже видел команды, которые были в лобби. Ты достаточно часто следишь за схватками, я думаю, многие это знают. И, может быть, у тебя есть какие-то фавориты сегодня? Ну, по поводу фаворитов здесь, на самом деле, очень сложно что-то сказать, потому что бывает такое, что ты вообще ничего не ждешь от команды, она такая бац, и 20 фрагов сделала, например, как тут недавно сделали, по-моему, игроки 15-й команды, если не ошибаюсь, на днях. И вроде бы ты знал, что там более-менее нормальные сильные игроки, но вот таких результатов от некоторых ты не ожидаешь. Или вдруг, например,
ты тоже не ожидаешь особо никаких результатов от, например, команды Zero to Hero, которая там остается одна в конце против очень такого большого количества соперников и соперников сильных. Они в итоге побеждают, поэтому здесь очень сложно что-то сказать. Здесь надо из конкретных ситуаций уже какие-то выводы делать и смотреть уже конкретно по конкретным матчам. Ну да, сейчас действительно сцена достаточно непредсказуемая, все-таки время прошло недостаточно много, чтобы определились какие-то фавориты. Ну что ж, начинается у нас игра, и мы сразу видим, что основная конфликтная зона будет в районе резорта, где у нас расположились команды номер 5 и команда номер 13. Прямо сейчас пятая команда занимает основное здание отеля. И 13-я команда не отстает, но не в полном составе. 13-я команда, и это может стать решающим моментом. Light Save выпускает всю обойму из MPX, но это не дает ему никаких абсолютно дивидендов, и он погибает. Сейчас у нас небольшие технические неполадки. Да, на самом деле бывает такое, что резорт, например, это такой спот очень открытый, и очень сложно предугадать на нем, особенно на втором, там на первом этаже основного здания, очень сложно предугадать, где вообще может быть соперник и куда он вообще пойдет. И, понятное дело, ну, в таких местах, типа обсерватории, там, резорта и других таких крупных спотов с большими зданиями, где лутаются в основном именно мейн, там, конечно... Если вы идете не вчетвером, то сложно очень что-то противопоставить сопернику, который, как правило, такие здания как раз-таки и пытается захватить с самого начала. Да, и несмотря на то, что пятая команда потеряла у нас Light Say, Pro One, одного игрока потеряли пятая команда, но все-таки вышли победителями из перестрелки и остаются 3 в 2 на этой локации. Шелдик следит за противниками. Шелдик, да, насколько нужно... мне известно, девушка. Да-да-да. Тут еще нужно отметить, что на этой локации очень сложно будет как 13-й команде выйти к 5-й, так и 5-й к 13-й. Потому что если хоть одна из команд будет контролировать расстояние между, между вот этим главным зданием и зданиями на воде, то, скорее всего, вторая команда просто не сможет пройти, потому что уж очень открытый спот, очень много открытой местности. И сложно вообще туда подобраться либо к одной части, либо ко второй. Да, но у пятой команды все-таки позиция более выигрышная, во всяком случае, потому что они могут спокойно отправиться вглубь острова, у них там есть машины, а вот у 13-й команды им здесь придется как-то выбираться вплавь, насколько я понимаю. Лодок, во всяком случае, я поблизости не вижу. И пятая команда предпринимает попытку нападения. Насколько я понимаю, они пушат 13-ю, но все-таки они в большинстве. Только да, одного игрока они потеряли. Здесь решила не контролировать вообще местность. Подпускают очень близко подпускают соперников. Ну, наверняка думали они, что пятая команда будет ждать их, возможно. Ну, и поэтому пошли лутаться. Фантом падает, также падает. Нет, еще не падает. Бикека не падает. Бойтесь гнева. Бойтесь гнева получает очень много урона. Фантома добили, Бикека. Бикека хилится. Шелдик. Шелдик падает. Бикека падает. Добивает его водка. И бойтесь гнева сейчас будет поднимать. Ну, довольно двусмысленно звучит, что Бикеку добивает водка, но... Тем не менее, 13-я команда... Довольно двусмысленно звучит, что водка поднимает гнев. Да. Ну, пятая команда выходит победителем из этой перестрелки. И... Ну и на самом деле пока никаких схваток в ближайшее время, наверное, не будет. Вот эта вот зона крестом, которая иногда по центру таким образом появляется, она провоцирует, наверное, только файты в районе там Б и, возможно, спота, который ниже. Вейл Риф, если команда какая-нибудь занимает, то, как правило, зона на него сходится довольно редко, и с него очень сложно будет выйти потом оттуда в именно вот эту зону основную. Наверное, в ближайшее время файт начнется какой-нибудь на выходе примерно в районе Артауда. Возможно, будет файт между Тамбеем и Оушен Парком еще. Да, если, конечно, вторая команда захочет покидать Оушен Парк. Пока, во всяком случае, выглядит так, что они просто осматриваются в
в поисках противника, но никуда не собираются. А 15-я команда собирается. Насколько... Собирается вместе, я имею в виду. А, насколько я помню, они начинали в разрозненных компаундах. И вот сейчас только вместе собрались. Кстати, пока никакого экшена у нас на карте не происходит, я обратил внимание, что первая команда, команда No Recoil, заняла новую для себя позицию. Раньше они всегда дислоцировались в там, в Бэй-Сити, и использовали крюки-кошки. А сейчас они на велосипедах и наверху карты, на севере. Вот ну да, так но вот. Они и раньше, на самом деле, несколько раз выбирали шипьярд в качестве стартовой позиции, но здесь не угадаешь зоны, бывает такое, что зона уходит вообще вниз, и тогда, в принципе, без разницы, ехать тебе сверху карты вниз, либо если зона ушла наверх, то снизу карты наверх, но ребята, как видно, играют более так пассивно на первых этапах, по крайней мере, и уже только под конец начинают подтягиваться, какие-то файты искать. Да, Bluff to Match, как здорово сейчас отстрелял, и падает у нас 400 кг. Но 400 кг в безопасности, возможно, будут его сейчас поднимать. 15-я команда. 15-я команда. Авантюрист хочет добить, хочет закончить дело, которое начал Bluff to Match. Да, поднимать абсолютно некому, насколько я вижу. А как же так получилось? Залетает одна с другой гранаты, и вот последняя граната от Bluff to Match все-таки оказалась летальной, и 400 кг... погибает. А где же его команда? Где же все? Его команда, если не ошибаюсь, находится в Артауде. По-моему, именно там я их видел, и вот оттуда он как раз сюда и приехал, да. Именно так оно и произошло. Да, вот это действительно неудачное было решение. Вот 400 кг, и оставляет он свою команду в меньшинстве. Что ж, неплохое начало для 15-й команды. А прямо сейчас могут встретиться у нас 1-я и 4-я команды. Насколько я вижу. Этой встречи не будет, потому что ребята из первой команды, скорее всего, займут кемп. Ребята из четвертой команды сидят в мельнице. Вряд ли кто-то из них будет куда-то передвигаться, какие-то активные действия предпринимать. Возможно, единственное, что будет в ближайшее время, это файты на входе в зону. Но так как у нас очень такая зона непонятная, прям вот очень такая большая и очень много растянутых границ у нее, я не думаю, что в ближайшее время даже на входе в зону что-то будет. Хотя вот вторая команда находится неподалеку от 15-й, поэтому, возможно, здесь что-то и произойдет. Но вот второй команде сейчас, на самом деле, лучше не занимать Whale Reef, просто потому что оттуда потом будет почти невозможно выбраться за счет того, что 15-я команда будет контролить эту местность. Да, и 15-я команда уже прямо сейчас начинает постреливать в сторону второй команды, но также получает выстрелы авантюрист. Показалось мне, что справа по нему стреляли, но, честно говоря, я даже не видел, была ли там какая-то команда. Может По-моему, быть... как раз-таки между собой они стрелялись, между второй и 15-й. То есть вторая и 15-я, да? Это мне показалось, что справа были выстрелы. Ну а что вот ж. То, что он оборачивается... Да, он... и пингует. Обрати внимание, что он оставляет метки. Как будто все-таки с той стороны в него прилетело попадание. Возможно, возможно баг. Вот но даже сейчас я слышу метки, выстрелы. Метки для союзников, чтобы показать, где им следует быть. Или какие направления стоит смотреть. Действительно, возможно. Ну вот, все-таки продолжаю я слышать выстрелы. Странно. Что ж, ну авантюрист, видимо. Скидывается по ребятам. Нашел Эйдзока у нас новую ДМР-ку. И тестирует да, ее, пытается. Кстати, классная. Пытается кого-то. Оушен тем временем взорвал машину с двумя игроками внутри. И сейчас мы начинаем наблюдать за командой ВП. А у них да, перестрелка с 14-й командой. Команда Вилпейн здесь заняла здесь ближайший кемп. Очень такой, очень жесткий кемп, на самом деле, потому что просматривается с него вообще абсолютно все во всех направлениях, почти кроме горы, наверное. И на горе у нас есть еще одна команда, которую уже, по-моему, заметили игроки Вилпейн, и поэтому как раз-таки они отходят назад. Не предпринимают дальнейшие попытки запушить уже тех ребят, которых они изначально хотели забрать. 14-я команда тем временем теряет еще одного игрока. Тимми сейчас, скорее всего, будут добивать. И остается один ганжа. Обходит его с двух сторон. Оушен получает очень много урона. В ответ выдает также отличный спрей.
И Ганжа погибает, Тимми вслед за ним. 14-я команда отправляется ожидать следующей игры в лобби. И... Да, тем временем 12-я команда, кстати, никаких особых активных действий для того, чтобы подтянуться под этот файт, не предпринимает. Они, по-моему, просто наблюдают, стоят за командой номер 10 сверху. Ну, возможно, и... поджидают, возможно, ждут, когда появится новая зона. Здесь у нас перестрелка 10-й команды, Zero to Hero, падает один за другим. Трудно сейчас сказать, кто же выходит победителем из этой перестрелки. Все друг с другом стреляются, никто не знает точной позиции друг друга. Ну вот сейчас да, Доктор Дру попадает отлично. Отлично попадает по Кельвину Майеру, вырубает его, но Бизер отвечает также. И да. Поднимет здесь... сейчас Кельвина Майера. Здесь 2 в 2 оставались ребята. Один из игроков 9-й команды был на крыше, второй вот за забором. И справили Zero to Hero, конечно, с большими потерями. Два игрока у них только остается. Шансы на победу становятся все меньше и меньше. Однако зона решила в этот раз немножко подшутить над нашими прогнозами. И VLRIF все-таки оказался внутри зоны. И будет очень забавно, конечно, если зона сойдется именно на него, финальная, потому что, ну, в такой ситуации будет очень сложно командам вообще туда, в принципе, доплыть или хоть что-то там сделать. Потому что VLRIF такой спот, который очень сложно до него, во-первых, в принципе, доплыть. А во-вторых, если зона вот так вот упала, как она сейчас упала, там только один вход, с одной стороны, только можно туда пробраться. Ну что ж, посмотрим, сможет ли вторая команда воспользоваться этим преимуществом, насколько оно окажется весомым в итоге. Посмотрим, пока что все у них живы, и нет причин сомневаться в том, что они справятся. А десятая команда решила покинуть свою удачную позицию, и их встречает уже Эйдзоку. Гугл получает очень много урона, но в ответ Эйдзоку падает. Гугл упал, Этериал еще сражается. Bluff too much, вырубает двоих игроков, Will Pain. Оушен также получает очень много урона, Оушен остается один. И да, сейчас будут поджимать, 15-я команда будет своих оппонентов. Восстанавливает здоровье, но по машине уже стреляет, и Bluff too much. Bluff too much буквально в одиночку справляется с 10-й командой, и Will Pain покидают первую карту весенних схваток. Отличная игра от 15-й команды. Ну да, но на самом деле вот здесь, конечно, сильно Блафу помог Эйдзоку в начале, потому что он, по-моему, почти полностью просадил одного из игроков в машине. Плюс да, Эйдзоку очень здорово отыграл. Плюс ребята ехали 2-2. Ну, на самом деле, в компетитив играх очень сильно решает, есть ли у тебя 4 машины. Потому что если нету, то такие вот засады, это, можно сказать, является нормой для любых таких тренировочных игр, либо игр в рамках турниров, потому что зажимают ребята все очень неплохо, и, скорее всего, секунд за 5-10 любую машину с любым количеством людей внутри один сквад 100% сбривает. Да, действительно, не очень повезло здесь с таймингом 10-й команде, потому что, возможно, если бы они чуть позже выехали в зону, может быть, если бы эта перестрелка была инициирована чуть раньше, может быть, 15-я команда начала бы стрелять в сторону 10-й. И тогда шансы у них были бы примерно одинаковые. Но в данном случае они приехали прямо в лапы Эйдзоку и товарищам. А первая команда, команда No Recoil, вплавь отправляется. И причем отправляется не на VLRIF, а отправляется в Ocean Park, где их никто не ждет. Вот так. Ну да, там никого, в общем-то, и нету. Тем временем 15-я и 7-я команда, скорее всего, сейчас уже начнут какую-то перестрелку. Сейчас здесь, да, игроки 7-й команды как раз-таки потеряли в этом кемпе одного из своих в самом начале, и они точно знают о том, что здесь кто-то есть. Да, кроме того, наверняка они слышали выстрелы и взрывы автомобилей, и на них, собственно, они и прибежали. Также 5-я команда здесь находится тоже очень близко. 15-я команда сейчас рискует оказаться в таком довольно неслабом бутерброде. Если обе команды, 7-я и 5-я, одновременно будут подтягиваться под 15-ю, то будет очень, очень непросто ребятам. Да, и обрати внимание, здесь же 12-я команда, которую замечает Эйдзоку и открывает огонь уже по 12-й команде. Но он же не знает, что рядом и 7-я, и 5-я. И это уже даже не бутерброд, это... Какой-то треугольник складывается вокруг 15-й команды. Эйдзоку попадает, вырубает
Дороида. Врубает Дороида, да. В первую каску эта штука ваншотит. Поэтому очень-очень такое, очень неплохое прям оружие для игр в рамках турниров. Если есть возможность его брать, обязательно его все 100% будут брать. Несмотря на то, что большая отдача, несмотря на то, что очень медленный темп стрельбы и темп перезарядки, эта штука прям вот иногда очень может зарешать. Барретт — это очень хорошее оружие здесь. Да, тем временем мы переключаемся на наблюдение за шестой командой, которая заходит в спину команде номер 5. И Инкнау. Да, уже вырубили банплея. Инкнау все еще живет, но Шелдик пытается найти. Сможет ли уплыть Инкнау? Инкнау сейчас плывет. Достаточно одного попадания, чтобы он погиб, и не смогут его поднять, потому что он находится в воде. Шелдик. Не видит Шелдик, не видит. Инкнау. Ой, вот в самый последний момент сейчас отвернулась. Эх, неудачно. Падает также Marvel Max. Бойтесь гнева, отправляется в зону для того, чтобы добить шестую команду. И успешно с этим справляется. К сожалению, испытываем мы небольшие технические трудности, но все-таки игра находится еще в стадии тестирование, поэтому простим ей, пожалуй, подобные нюансы. Седьмая и третья команда у нас, кстати, сейчас будут устраивать морские бои, но тем временем здесь тоже много команд собралось на краю зоны, сейчас здесь будет довольно весело. Да, здесь Zero to Hero. Двенадцатая команда пока не обращает внимания на восьмую, у них есть проблемы, но вот уже заметили Бизера. Эйдзоку пока еще Бизера не видит, также Бизар должен сейчас понимать, что здесь... Эйдзоку очень агрессивно сейчас выходит на двоих, вырубает одного, вырубает второго следом. И сейчас должен найти Дороида. Неужели не видит? Неужели он не видел? А Дороида... Вот... Куда сейчас смотрел Дороида? Не стал стрелять по Эйдзоку. Дороида сейчас поступил для меня, честно говоря, очень странно, но это не умаляет никоим образом заслуги Эйдзоку. Он здесь сыграл отлично и в одиночку справился практически со всей 12-й командой. Пока его тиммейты разбирались с Бизером, да. Команда Zero to Hero тоже погибла. Также Хогги, на самом деле, словил весь урон, который должен был залететь в Эйдзоку, если бы о нем знали. Видимо, ребята из 12-й команды просто смотрели на другого игрока, поэтому Хогги нокнулся. Но тем временем Эйдзоку вышел и забрал ребят, которые стреляли по Хогги. Да, что ж, действительно интересная была перестрелка у нас между тремя командами. А сейчас не сошлась все-таки зона на Whale Reef, и вторая команда, потеряв одного игрока, покинула его. И наблюдаем мы за Ocean Park, в котором у нас расположились команды номер 7 без одного игрока. Команда номер 1 в полном составе и также команда номер 3 мы видим. Команда номер 3, кстати, сегодня еще не участвовала в перестрелках, насколько я понимаю. Ни с кем они не встретились. Но, возможно, вот сейчас со второй командой пересекутся. Ну, если не встретились, то это ненадолго, потому что сейчас именно через них будет идти вся та основная масса игроков, которая осталась на материковой, так скажем, части карты, на правом острове, на большом. И они сейчас будут переплывать прямо под третью команду, которая здесь будет контролировать, пытаться, видимо, подъемы на скалы. И, возможно, они здесь будут, конечно, очень много киллов делать. Что, собственно, для любой вообще команды и является, наверное, основной целью. Да, и сейчас главное третьей команде поймать удачно тайминг, не убежать и вовремя проследить за тем, как No Recoil, а No Recoil, я уверен, пойдут их пушить, как только услышат выстрелы, потому что третья команда сейчас, скорее всего, будет встречать четвертую. Да, мы уже слышим выстрелы, Эминг. Но Эминг, правда, стреляет пока по 15-й, но вот сейчас четвертую должны найти, они в воде. И туда же должны направиться и No Recoil, и команда номер 7. Эминг пытается попасть по No Face, но No Face в воде, и его не видно. Также надо, ребята, с третьей команды не особо увлекаться. Им надо постоянно контролить ситуацию вокруг себя, не позволять себе слишком сильно смещаться куда-то, потому что если такое случится, они должны понимать, что здесь они не одни, что 25 человек еще живо, а это еще очень много людей. И любое смещение неосторожное закончится плачевно для любой из команд. Да, и вот сейчас четвертая команда оказывается в безысходном положении. Они в воде, их обстреливает команда номер 3, и падают они один за другим, линкор.
погибает, остается один, No Face. Там же седьмая команда, и вот сейчас уже седьмая команда вступает в эту перестрелку. Но в любом случае, Икпорт здесь добирает вообще, по-моему, всех. Последнего игрока также, по-моему, он добрал здесь. И четвертую команду, конечно, третья здесь закрыла вообще без каких-либо шансов. Да, очень неудачно подобрали тайминг. Из пятой команды, если не ошибаюсь, Нока и Тейдзоку, из пятнадцатой на другом конце скал находятся ребята. Там же находится вторая команда. Сейчас, наверное, самая жесткая, сейчас самый жесткий замес будет именно в этой части карты. Плюс туда смещается первая команда. Ну, первой команде будет сейчас некоторое время, по крайней мере, еще очень неудобно подходить под весь этот такой большой файт. Авантюристы, посмотри, что творит, раздает там, просто всех уничтожает. И Блав Тумач ему тоже помогает, насколько я вижу. Забрали одну из команд, пятую, если не ошибаюсь, по номеру. И втроем остается 15-я команда против вторых игроков второй команды. Также первая команда подтягивается. И, скорее всего, сейчас вторая команда окажется в бутерброде, когда они не смогут контролировать всю ситуацию. Вертолет также на этой части карты. Седьмая и третья команда тоже, вероятнее всего, будут сейчас уже сюда перетягиваться. И получает очень сильный дедушка от Хоги. Сразу же в голову один выстрел, один в тело, но при этом удается ему не погибнуть. Да, но Хоги отстал от своих, и это может сыграть с ним злую шутку, если вторая команда пойдет в атаку, но вторая команда решает отступить. И вторая команда сейчас первой уже встретится. Да, и Лихачевский падает, Нырель, отличная стрельба. Будет ли добивать? Питер Пен отвечает, вырубает дедушку. Питер Пен добивает дедушку. Дебик отлично вырубает Soul Emptiness. Лихачевского поднимает Дельта Фикс. Остается один Нейриэль из двух сторон. Нет, 15-я команда не успевает к этой перестрелке. Разбирается Питер Пен с Нейриэлем. И вторая команда покидает карту. Ну да, как я и говорил, они оказались в бутерброде. И плюс они перетягивались назад, оказались вообще в открытой местности. Без каких-либо шансов на то, чтобы уйти куда-нибудь. Либо хотя бы от одной из команд. Единственный шанс, наверное, был кому-нибудь из игроков уйти в сторону парка самого, но это бы тоже, скорее всего, закончилось плачевно, с почти 100% вероятностью. Да, что ж, 15-я команда принимает решение не сталкиваться с No Recoil, не сталкиваться с первой, и отправляется на перестрелку с третьей. И на самом деле это может быть ошибкой, потому что как раз-таки в такой ситуации лучше, наверное, додавить тех, кто находится ближе, и о ком ты точно знаешь. Да, но тем не менее, пока что все отлично у 15-й команды. Авантюрист убирает Эминга. По Икпорту зажимает, но не может попасть. Вырубает Блафты Матча. А, и это первая команда уже. Первая команда потянулась. Да, неудачно. Авантюрист будет пытаться поднять Хоги. Думаю, что с Bluff to Match, да, Bluff to Match уже добили. И будут ли поднимать Ланселота? Нет, очевидно, авантюрист не будет поднимать Хоги. Со всех сторон у нас происходят перестрелки, и тут и седьмая команда, и третья с пятнадцатой. Но пока что все складывается лучшим образом именно для первой команды. Добивают Wildringer'а. Да, и 15-я команда остается только. У 15-й команды остается только один игрок, и авантюрист погибает от игроков третьей команды, которые, кстати, при этом еще и умудрились выжить каким-то образом, учитывая, что Ланселот был очень далеко от своих, был чуть ли не в открытой местности, каким-то образом подняли его тиммейты. Ну а добивать его было некому, потому что авантюрист находился под перекрестным огнем, и только он находился в ситуации, в которой он мог бы добить Ланселота. Но у Recoil все-таки было не до этого. И Эминг на самом деле занимает сейчас очень такую опасную позицию, потому что, ну, как правило, игроки проверяют все-таки эти вышки, учитывая, что сейчас также есть информация по мини-карте уже в этой зоне. Также 44% пока еще. И у третьей позиции, у третьей, вернее, команды пока нет еще никакой позиции. Тем временем у первой команды как раз-таки есть очень неплохой холм, который они уже заняли, и с которого очень удобно будет сбривать здесь игроков третьей команды. Да, остаются у нас всего две команды. Седьмая команда уже погибла в полном составе. И посмотрим. 4 на 4 ситуация равная. Отличная. Отлично сыграл сейчас Питер Пен. Хотелось сказать, что он гранатой вырубил, но нет, граната здесь ни при чем. Падает
Парсиваль падает Эминг. Икпорт. Очень мало здоровья у него. Восстанавливает он. Да, вчера также, по-моему, именно Икпорт в одной из игр не дал первой команде забраться в вертолет. Но вот сегодня уже результат совершенно другой, конечно. Да, сегодня третья команда не смогла ничего противопоставить первой. И если сейчас, думаю, что должны успевать с нововведением, которое дает чуть больше здоровья, а именно 30 очков здоровья после воскрешения, Питер Пен без проблем должен успевать. Хотя, возможно... Вот, велосипед он использует. Ну да, в принципе, здесь что велосипед, что кошка давали бы одинаковый результат. И первая команда в полном составе эвакуируется. Очень уверенная игра. К сожалению, из-за багов режима наблюдателя мы не смогли последнюю перестрелку в полной мере оценить. Но поймите, это не наши... скажем так, недоработки, это исключительно баги, которые пока что, к сожалению, присутствуют в игре. Ну ничего, что ж, смотрим мы на итоговую таблицу. Да, 11 убийств у команды No Recoil, по-моему, 12 убийств, если не ошибаюсь, у 15-й команды. Вот, кстати говоря, как ты думаешь, все-таки правильно на тренировочных, именно каких-то вот таких вот картах, на тренировочных раундах играть более агрессивно или менее агрессивно? Как ты считаешь, как лучше играть командам? Ну, ты знаешь, вот можно сказать, что, как мы изначально говорили, что No Recoil, первая команда, они используют более пассивную тактику, но, тем не менее, посмотри, сколько они настреляли в итоге. То есть, настреляли они прилично, достаточно много киллов, и, в принципе, можно сказать, что эта тактика, она... полностью себя оправдывает. Потому что ты играешь и пассивно, ты занимаешь место в вертолете, вроде бы, но при этом и набираешь достаточно много киллов. Поэтому думаю, что да, вполне оправдано. Bluff2Match у нас в прошлой игре стал лидером по убийствам. Действительно, очень хорошую игру продемонстрировал он в некоторых моментах в одиночку буквально расправлялся с командой противника. И вот так вот без пауз, без перерывов мы сразу же начинаем вторую игру, даже без переходов в студию. Вот так все быстро. Я напоминаю, что вы смотрите «Весенние схватки», с вами Сьерра и Смолдер. Сейчас у нас начинается вторая карта, впереди еще две, но между ними... будет небольшой перерыв между второй и третьей. Ну, все как обычно. Я думаю, что большинство наших зрителей уже давно знакомы с форматом. Ну да. Но по поводу, кстати, тактики, да, то, что я вот спрашивал. Я спрашивал потому, что, как правило, в многих соревновательных играх игроки, которые играют какие-то турниры, там, те же праки или еще что-нибудь, они сначала придерживаются какой-то одной стратегии, потом, когда эта стратегия перестает быть эффективной, они находят какую-нибудь другую, которая контролирует предыдущую, потому что большая часть команды начинает пользоваться именно ей. И вот такая вот чехарда, если так можно сказать, происходит именно по стратам у команд. При этом я не зря именно заострил внимание на том, что тренировочные именно, да, схватки, потому что, ну, на мой взгляд, вот, честно говоря, больший смысл, наверное, имеет именно пытаться стреляться, там, например, с двумя-тремя командами там одновременно или как-то еще, чтобы как можно более стрессовые ситуации загонять ребят, которые, собственно, играют в одной команде. То есть, чтобы не было каких-то косяков, например, там, дезориентации или еще что-то именно вот в реальных таких ситуациях, если команда в них попадает. Ну, однако... да, действительно, эта логика имеет право на существование. В принципе, я с тобой полностью согласен, но посмотрим. Может быть, на следующих картах команды немного поменяют свою тактику. Пока что большинство играют, как и играли. И у нас опять происходит такой нормальный замесик на резорте. Опять две команды здесь сражаются, но в этот раз у нас здесь уже более-менее... полные составы, насколько я могу судить, и очень сильно просаживают сразу одного из игроков пятой команды.
Лобока здесь раздает с Вектора. Вектор такая штука, которая вроде бы и очень хорошо в ближнем бою воюет, но крайне нестабильна за счет именно магазина своего. Вот и здесь... выходит, но не смог ничего противопоставить. Вот и здесь. Бойтесь гнева, вырубает. Очень здорово сыграли сейчас игроки команды номер 2. Уже команда номер 5 теряет двоих, насколько я вижу. И остается только Шелдик и Нырель с пулеметом выходит на Шелдик и вырубает ее. И вторая команда оказывается победителем. В прошлой карте, насколько я помню, начинали они в Ocean Park, начинали они в одиночестве. В этой карте решили избрать другую тактику, и она оказывается успешной. В прошлой... Да, очень неплохое взаимодействие здесь показали ребята. По-моему, 2-2 они примерно постоянно передвигались. И единственное, что... Со стороны этого было не видно, но прям очень было хорошо видно то, что игроки второй команды никогда не оставались в одного против кого-либо из соперников. И теперь вот благодаря тому, что они действовали так слаженно, они сейчас уже и отвоевали полностью этот спот. Однако, насколько я помню, очень часто в резорте на выходе случаются партизанские засады. В частности, вот как раз-таки от команды Zero to Hero, за Бизером, из которой мы наблюдаем. Очень любит восьмая команда устраивать здесь прям такие заманухи на выезде и расстреливать тех ребят, которые пытаются выехать из резорта через дорогу на машинах. Да, действительно интересная тактика, но пока что Бизер здесь один, и... Если его здесь команда номер 2 найдет, то все может плохо закончиться, и эта тактика может не сработать. Но посмотрим. Пока что вторая команда достаточно далеко. Да, тем временем Келвин Мэйр как раз-таки из восьмой команды, тоже, насколько я помню, уже воюет с другими совершенно ребятами. Если не ошибаюсь, из шестой команды, только что в киллстате было видно, что одного из игрока этой команды он нокнул и сразу же добил. Да, и вот восьмая команда собирается... Ну а как же они без одного, без Келвина Мэйра? А, вот и Келвин Мэйр подоспел. Келвин Мэйр тоже подъезжает сюда же. Да, и сейчас будет интересно. Попытка здесь закрыть на выходе из резорта вторую команду. Кстати, не первый раз именно вторая команда, насколько я помню, сражается именно с Zero to Hero именно на этом месте. Но, правда, обычно ребята из Zero to Hero, они занимают немножко другую позицию. В этот раз они как-то более агрессивно, что ли, действуют. Но, тем не менее, именно вот на этом споте, именно на резорте, именно на выезде, уже не первый раз эти две команды встречаются. Между прочим, Zero to Hero, насколько я могу судить именно по результатам предыдущих игр, это одна из очень неплохих команд, которая может действительно противопоставить что-то сильным коллективам. Из каких-нибудь Riot CL, например, или, например, тем же No Recoil, там, или ребятам, которые едут из других команд, да, в Таиланд, там, на турнир. Но в любом случае, конечно, здесь будет решать все, как правило, то, заметит ли вторая команда сейчас здесь восьмую. То есть, если замечают, то шансы у второй команды есть отбиться. Если нет, то, соответственно, шансов маловато. Да, и сейчас вторая команда еще и в меньшинстве будет в этой перестрелке, а восьмая команда уже приближается, и будет перестрелка 4-3. Лобока де Лакока открывает огонь Тацу, попадает несколько раз, и Нейриэль перемещается на крышу, обменивается попаданиями с Тацу. Падает Soul Emptiness, у Нейриэля остается половина здоровья. Летят гранаты. Дедушку также нокают, Лобока далеко находится пока от своих тиммейтов, но Нейриэл при этом дропает двоих игроков восьмой команды, которые попытались неосторожно залететь к нему на крышу. Почти вырубает Бизера, но Бизер все-таки остается в живых. Лобока подключается здесь же. Сейчас перестреливается Лобока с Тацу. Будут ли пытаться игроки восьмой команды поднять своих тиммейтов? Но они вроде в безопасности сейчас, и Синг, и Кельвин Майер. Бизер стреляется с Лобокой, но Лобока падает. Бизер перестрелял. И сейчас остается один на один. Нейриэль и Бизер. У Бизера очень мало здоровья. Понимает это Нейриэль. Но нет, не решается. Все-таки вот сейчас. Вот сейчас спустился. Понимает, где находится Бизер. И Бизер, даже несмотря на то, что у него очень мало здоровья оставалось, он не стал хилиться, он стал
вступил в перестрелку и вышел из нее победителем. Очень красивый момент. Очень красиво переместился он к другому окошку, и благодаря этому он очень быстро сбривает Нериала и сейвит всю свою команду, между прочим. По-моему, именно вчетвером удается выжить игрокам Zero to Hero здесь. Да, да, именно так. Несмотря на то, что Нериал очень неплохо начал, вырубил троих, по сути, в одиночку, но вот с последним игроком справиться не смог. 11-я команда здесь замечает 13-ю, но очень удобный подход к импу. Я не думаю, что ребята будут именно пытаться пушить. Пока что они распределяются по холмикам рядом. Возможно, будет попытка также отконтрить ребят на отъезде в зону, потому что если посмотреть по карте, то как раз-таки на краю, насколько я понимаю, находится 13-я команда, и как раз-таки мимо 11-й команды им, в общем-то, и ехать. Хотя вот 13-я команда уже начинает смещаться в сторону Вейл Рифа. Им, видимо, именно туда они держат путь. Да, и сейчас команда номер 11 пытается подловить на этом самом отходе. Разделилась команда номер 13, и вот Фантом отстал от своих тиммейтов. Падает Фантом, но три игрока еще живы. Я думаю, что Фантом уже не жилец, его тиммейты уплывают по ним. А, или нет, все-таки пытаются... Возвращается Лукина, и это может стать ошибкой. Какой выстрел сейчас от Дельтакса. Великолепная игра. Очень здорово он заметил. Почему-то один из игроков 13-й команды просто остановился, выплыв наверх. Не знаю, может быть, кого-то высматривал, может быть, еще что-то. Ну и наказали, конечно, его здесь за такой небрежный момент. Не получилось у него доплыть до Вейл Рифа. Ну, возможно, не хватило у него воздуха, и надеялся он, что здесь его никто не заметит, что внимание игроков 11-й команды будет сконцентрировано в основном на другом берегу. Но нет, Дельтекс за всем бдит. И отлично стреляет. 13-я команда у нас остается в меньшинстве, но два игрока все-таки выживают и добираются до другого берега, добираются до Вейл Рифа. Или все-таки они не в Вейл Риф плывут? Вот вопрос. По-моему, именно в Вейл Риф, да, именно на нем они остановились, собственно. Дебик получает очень много урона. Первая команда. Дебик падает. Это 15-я команда по ним стреляла, насколько я понимаю. Да, именно Хоги вырубил Дебика. И да, сейчас... также рядом 10-я команда находится. 15-я команда очень уверенно и агрессивно пушит No Recoil. Авантюрист получает очень много урона. Идзоку получает много урона. Это фикс. Да, неудобно здесь 15-й команде пушить. Гранаты идут в ход. Я думаю, что сейчас кого-нибудь гранаты это все-таки дозацепит. Нет, все-таки успевают восстановить здоровье игроки 15-й команды. И 10-я команда также подтягивается под этот файт. Сейчас будут попытки, видимо, 10-й команды задавить первую. Сейчас первая команда, если не смещается, то есть очень большой риск. Вот. Отличная стрельба. Фоксис вырубает Дельта Фикса. Думаю, что Дебика сейчас тоже будут добивать. Он находится на пути. И остается только Питер Пен или Хачевский. Пытаются они отступить. Питер Пен. Нет, все-таки принимают бой, а там еще и 10-я с 15-й встретились, и это может сейчас спасти Лихачевского и Питера Пена. На самом деле, я думаю, что ребята из первой команды как раз-таки не будут сейчас здесь отступать, они будут пытаться именно стреляться, потому что именно в этом, собственно, и весь смысл весенних схваток. Для того, чтобы, как я и сказал до этого, самое, наверное, интересное... Лихачевский что творит? Одним зажимом сбривает двух игроков Этериала и Гугла... Этериала добивает сразу же авантюрист. Тут 15-я команда с первой команды делят киллы. И Bluff to Match нокает Питер Пена. Рядом также и Дзоку. Остается один Лихачевский. Дебик уже погиб. Остается Дельта Фикс, Питер Пен, но они вырублены. Остается Лихачевский против Bluff to Match. И Дзоку также подтягивается под... Все игроки здесь. 15-й команды Лихачевский быстро вырубает Bluff to Match. Раскрывает свою позицию, но Эйдзоку не дает добить своего тиммейта. Да, здесь, конечно, немножко пожадничал Лихачевский, и, наверное, стоило все-таки похалдрить, может быть, немножечко. Либо гранаты попробовать воспользоваться, но пытался он добрать одного из игроков 15-й команды, сделать фраг для своей команды, немножко заработать очков. Если бы это был бы турнир, естественно. Ну, не знал все-таки Лихачевский точную позицию Эйдзоку, а находился он достаточно близко. Поэтому
Возможно, предполагал, что Эйдзоку будет больше сконцентрирован на перестрелке с 10-й командой, которая меж тем потеряла двух игроков, и Уилл Пейн отступают. Да, достаточно быстро у нас первая команда погибла, и сейчас 15-я команда отправляется в погоню за 10-й. А им вслед уже выходит 8-я. Что ж, интересно, успеют ли Zero to Hero здесь подкараулить 15-ю команду? Или все-таки отойдут? Zero to Hero — это такой коллектив, который на самом деле, если подойдет неожиданно, то очень даже может выдать. И вот Bluff to Match сейчас находится, наверное, в самой большой опасности среди всех игроков 15-й команды. Возможно, заметили уже игроки 15-й команды игроков 8-й, но вроде бы пока еще нет. Пока, по крайней мере, вроде бы происходит стадия лутания у 15-й команды. Да, и... вот 8-я команда уже заметила Эйдзоку, не первый раз они его помечают, и, возможно, сейчас Эйдзоку и Bluff to Match поменялись местами. Эйдзоку сказал: давай я теперь побуду в опасности, пока вся команда убежала, ну, посмотрим. Но 8-я команда не агрессивно здесь действует, вот только сейчас начинают перетягиваться двое из игроков. Эйдзоку мог слышать кошку. Да, это 100% слышано было, скорее всего. И выходит на одного из игроков 8-й команды. Очень мало здоровья остается у него, но успевает отступить. Выживает Эйдзоку, и Bluff to Match подключается, Безера вырубает. Не понимает Келвин пока, где находится соперник. Вроде бы слышит, но не видит. Гранаты также сейчас будут откидываться. Bluff to Match выходит, и Синг отлично его находит, вырубает Bluff to Match'а. Кельвин Майер. Сейчас есть просто шанс на то, что одна граната прилетает за этот камень, на самом деле, и вся 8-я команда погибает. Да, но нет гранат у авантюриста. Возможно, были они потрачены в перестрелке с No Recoil. А вот у Эйдзоку гранаты имеются. У Эйдзоку граната нашлась, и падает один за другим. Остается Бизер. Хотел Бизер, наверное, добить авантюриста, но не успел. Не успел, Bluff to Match. Успевает выжить. И успеют ли? Да, успели. Да, поднимают Bluff to Match, но здесь и 10-я команда. 10-я команда вернулась, 10-я команда готова мстить. Очень за двух потерянных игроков. Ну, со всех сторон там обходили, 15-я команда обходила 8-ю, и, наверное, было немного не до этого. Авантюрист сейчас получает очень много урона, но выживает. Выживает также авантюрист. Эйдзоку в этот раз вообще очень сильно везет. Второй раз он выживает на каком-то вообще нереальном количестве хп. 15-я команда, что тут творится? Фоксис вырубает Bluff to Match, но не добивает его пока. Пока хилится. Оушен Сейси сразу погибает. Остается только Фоксис. И Фоксис добивает! Фоксис добивает одного! Остается один на один с Эйдзоку. Добивает сейчас Хоги. Фоксис погибает. Погибает. Все-таки погибает. И только два игрока выживают у 15-й команды. Очень такое, какое-то роковое место в этот раз у этой заправки. Да, очень напряженная здесь была ситуация для 15-й команды, но в итоге они вдвоем все-таки выжили. Жарко, очень жарко было, честно говоря, в этих перестрелках. Наблюдать, да, одно жарче, удовольствие. Наверное, бывает только когда вход в какую-нибудь зону и какой-нибудь такой достаточно узкий вход, который можно контролировать. И вот в таких ситуациях там обычно даже по 5 команд может помереть на одном месте. Причем сделать это почти одновременно. И, конечно, такие ситуации это прям очень радует глаз. Между тем, Фликсардо у нас пользуется ВКСом. ВКС с последним обновлением, с тех пор, как ему дали возможность вешать удлиненный ствол, стал не таким бесполезным, как ранее, и имеет баллистику, если используется этот модуль, примерно как у Мосинки. При том, что урон у него как у М200, пушка становится действительно очень даже неплохой. И даже не один игрок у нас уже использует в этом раунде это оружие. Да, здесь у нас дуэль двух ВКС, и посмотрим. Но Фликсардо стреляет не в Икпорта. Сейчас... Икпорт! Что творит? Решил он все-таки использовать более надежное оружие, нежели ВКС, и быстро вырубает Фликсарда. И намерен он добить его. Линкор, очень мало здоровья остается у линкора.
Сейчас, возможно, встретиться с Икпортом. Икпорт должен слышать. Неужели... Нет, не слышит он. Не слышит он, не слышит он и линкора, и линкор вырубает Икпорта. Как же сейчас все неудачно сложилось для Икпорта. Должен был он добивать линкора, казалось бы, но в итоге упал сам. И будет его Парсиваль пытаться поднять очень агрессивно. Играют сейчас игроки третьей команды. Не слышал Икпорт своего соперника из-за того, что тот как раз шел на отхиле, а... Икпорт сам прокинул туда дымы, и дымы, они довольно шумные. То есть, когда ты именно ходишь в них, то слышно тебя очень, очень плохо. Особенно на стадии, когда они раскрываются, вот как сейчас. Да, то есть, и сейчас третья команда свой авантюрный мув все-таки удался им. Они подняли друг друга, но тут уже и 15-я команда подоспела. Хоть и не в полном составе, но все еще... Готова сражаться. И что же будет сейчас? Тут и третья команда, и 15-я. И 15-я команда, заметь, они играют очень агрессивно. На самом деле, вот именно как зрителю, да, не как игроку. Как игроку я понимаю, что подобные мувы, они всегда сопряжены с очень высоким риском. Но вот именно как зрителю, такая игра, Идзоку, конечно... находит но фейса, но Идзоку падает и сам, здесь же и третья команда. Здесь просто все смешались, 15-я команда погибает в полном составе. Ланселот падает, остается... И тут же падает на Скелла. Ланселот сейчас просто спасли его. Спас его Эминг, и третья команда выходит победителем из этой непростой ситуации. Да, при том, что у них дважды нокали одного и того же игрока. Да, дважды успели его поднять, и четвертая команда не смогла никак противодействовать этому. Ничего противопоставить. Что ж, интересно, что же будет дальше? Так вот, как зрителю, да, агрессивная игра от команд, она выглядит очень круто и очень классно. То есть, когда ты видишь, что ребята действительно не сидят на месте и прям врываются, это прям вот очень большое удовольствие доставляет наблюдать именно за такой игрой. Да, ну действительно здорово. Что мне очень нравится на весенних схватках, то что здесь практически всегда находятся команды, которые играют вот в том самом агрессивном стиле, о котором ты говоришь. То есть, крайне редко мы сталкиваемся с тем, что вынуждены смотреть за тем, как команды просто занимают дом и смотрят там в одно окно. Практически всегда какие-то перестрелки, а бывает, что и не одна, и не две происходят на карте, так что даже бывает не уследишь за всеми. Вот, у Алексея тут какие-то были проблемы, очевидно, но он их поборол. Да, при этом надо отметить, что такое случается как раз-таки только на весенних схватках и на каких-то тренировочных именно раундах, потому что в рамках турнира все команды пытаются выжить максимум, а когда они пытаются выжить максимум, они, как правило, зажимаются и стараются играть как можно аккуратней. То есть именно на турнирах, я думаю, что будет очень мало команд, которые действительно будут агрессировать. Если вот взять, например, турнир, который скоро состоится, да, 7 числа, насколько я помню. Да, буквально неделька осталась. Да, то вероятнее всего там агрессивно будет действовать один из американских коллективов, по-моему, его как раз первым представляли, и, возможно, будет агрессивно также действовать команда, в которой играет Raptor the Raptor, Йодзин и другие ребята, которые уже тоже у нас принимали как-то участие несколько раз в весенних схватках. Да, ну посмотрим. Не так долго нам осталось ждать. Если кто вдруг не знает или кто забыл, очень скоро, 7 апреля, пройдет мировой турнир, на который уже представлено, я думаю, ну большинство команд, уже и китайские коллективы были представлены, и несколько американских, и европейских, в том числе и из СНГ региона команда. В общем, будет интересно. Ну вот... Еще пока небольшое ВКС. Затишье. Да, ВКС отличная пушка. Ну вот с модулем она прям хороша, действительно. Без него, конечно, стрелять с такого оружия довольно сложно. Однако команды, я думаю, будут еще очень много раз его использовать, просто потому что, ну если есть шанс на рандоме куда-нибудь заслать кому-нибудь в голову, то почему бы не воспользоваться? Ну, ты знаешь, на средних дистанциях тот факт, что ВКС пробивает второй шлем, это... Очень даже весомое преимущество, весомый плюс этого оружия по сравнению с тем же, например, Ремингтоном или винтовкой Мосина. Во всяком случае, для меня, ну я все-таки казуальный игрок и больше играю соло, поэтому
я частенько предпочитаю именно эту винтовку. Ну а, конечно, в компетитив играх необычный выбор. Кстати, по поводу Ремингтона и других винтовок, конечно, тот факт, что урон у них маленький, довольно в тело там или в руки, ноги там, в конечности, да, он довольно много игроков отпугивает от этих винтовок, даже в рамках компетитив. То есть, например, вот мы когда играли еще на Royal CL старым составом на Recoil, там у нас только один из игроков использовал снайперскую винтовку, болтовку, либо Мосинку, либо Ремингтон. То есть мы не пользовались именно таких количеств снайперскими винтовками, потому что очень сильно отвлекает, очень сильно заставляет концентрировать внимание на одном конкретном направлении и много еще других минусов у нее. Тогда как с любой там, например, М-ки, даже с G-шки там или вот сейчас с новыми винтовками типа Фала, есть намного больше вероятности того, что ты довольно быстро убьешь соперника, при этом не выцеливая его 30 лет. Ланселот пытался только что залезть в вертолет, но не дала, по-моему, 12-я команда залезть ему. Как раз-таки 12-я команда сейчас находится на краю города и уже подтягиваются под общий файтик. Да, там, обрати внимание, что 14-я команда подходит очень близко к 11-й, но я не слышу выстрелов, я пока что... Они подплывают. И сейчас ты посмотри, как выходит Влади Кэт и вырубает Дельтекса. Добивает сразу же его. В ответ... не вижу... А, падает Ганджа. И Влади Кэт тоже падает. Все-таки успевают игроки 11-й команды сориентироваться, но Дельтекса потеряли. Да, Дельтекса потеряли, остались в меньшинстве. Так сказать, последний герой из 6-й команды, который также под все это дело подтягивается потихонечку, тоже по воде, насколько я вижу, мистер Коки, находится сейчас на берегу и будет дальше всех от вертолета. Конечно, ему не позавидуешь в такой ситуации. Да, и сейчас 11-я команда должна его видеть, скорее всего, ну, потому что на мини-карте он отображается. И третья команда засылает одного из игроков, увидим, залезет или нет. Парсиваль со второй попытки все-таки справляется. Оказывается, и, кстати, в вертолете. Да, все очень неплохо складывается для третьей команды, несмотря на то, что они перестреливались в меньшинстве. Поднимут ли Дороида, успеют ли поднять? Да, Дороида, скорее всего, успеет поднять, но вот то, что у него будет некоторое количество времени очень мало ТП, это да. Плюс Хоган, по-моему, поднимает как раз Дороида, и при этом сам он... Не поднял. Все еще не подняли поднял и Дороида, не будут поднимать. Да, они будут его, скорее всего, поднимать. Икпорт, насколько я понимаю, также отправляется к вертолету. Или не, нет. Икпорт смотрит за 11-й командой. Но не Джокер. Рагнар. Да, Джокер. Рагнар, скорее всего, не замечает Икпорта, потому что без особых трудностей он с ним разбирается. При этом, с другой стороны, у третьей команды уже все далеко не так хорошо, как было до этого, потому что хоть и 12-я команда оказалась за одним единственным камнем, они пока еще что-то могут сделать и пока еще что-то делает Алексей здесь, Эминг. Оставшийся один. Эминг остается один на один с Алексеем. Алексей не будет сейчас поднимать, разумеется, своих тиммейтов, будет, скорее всего, собирать с них аптечки. Ну вот, кстати, мог бы попробовать поднять, потому что 30 хп это все-таки довольно большое количество очков здоровья для того, чтобы успеть отхиляться. Ну зона уже достаточно злая, бьет она по 3, по 4 хп. Ну да, но одну аптечку, наверное, можно было бы успеть затравить за это время. Алексей пытается, не попадает с М200. Да, но попадание с М200 в такой зоне, оно очень-очень чувствуется. Да, я думаю, что Эминг бы не пережил это попадание. Эминг отступает. Эминг пытается проследить за тем, чтобы в вертолет никто не залез, я так понимаю. А 11-я команда... 11-я команда уже вдвоем оказывается в вертолете. Эминг, как мало здоровья остается, но все-таки успевает использовать аптечку. Направляется к вертолету. У Эминга, походу, нету больше аптечек. Аптечек... Нет, аптечки были. Новая графика отображения, новый интерфейс отображения показывал, что было у него 4 аптечки. Вот сейчас Алексей может попрепятствовать. Нет, не лезет все-таки вертолет. Последний игрок 11-й команды, и остаются они один на один. Ну а вот после 80% вряд ли кто-то из них, конечно, выживет, потому что... Одна аптечка остается у Дозенпеннера, но...
100% залезает на адреналине. Да, достает, достает он Алексея, Алексей его не успел заметить. Почему-то он, правда, не отображается в вертолете, но он в него точно сел. Да. Ну вот, на трапе он, наверное, полетел. Да, но он залез в него все-таки. Здесь уже отображается. Да, здесь точно уже можно сказать, что 11-я команда втроем эвакуировалась успешно. Также эвакуировалась у нас команда номер 3. И команда номер 3, помимо всего прочего, 11 фрагов настреляла. Да, очень неплохо получилось у них. Да, неплохой результат. И обрати внимание, что в топ-5 у нас остальные команды имеют всего по 1-2 кила. Да, при немного. Этом интересно посмотреть, сколько удалось 14 и 15 или 15. 15-я команда, ты посмотри, Эйдзоку 6 киллов, Авантюрист 3. 11 киллов также у 15-й команды. Ну, как действительно, неплохо, неплохо. Несмотря на то, что не заработали очки за эвакуацию, но на киллах добрали. На киллах очень много, что можно, конечно, вывести. Киллы это... Ну, по крайней мере, при той системе учета очков, которая ведется на большинстве турниров, которые, по крайней мере, были до этого момента, киллы являются, наверное, основным таким двигателем для команд. То есть даже не столько важно, залез ты в вертолет или нет, сколько важно, как много людей вокруг ты расстрелял. Потому что, по сути, по крайней мере, если мы смотрим на уже те турниры, которые проводились, там, как правило, давали в районе, там, не знаю, 50, допустим, очков за занятие вертолета, плюс какое-то количество очков за то, что... Ну, за количество игроков, которые заняли этот вертолет. Небольшое, как правило, количество это очков. Но все это в сумме не перекрывало, например, допустим, 7-8 киллов, если ваша команда их делала. Да, хочется, ты знаешь, вот я сейчас подумал, увидеть такую функцию, чтобы можно было в лобби игры кастомной устанавливать правила, по которым команды занимали бы там первое место, и таким образом у нас бы подсчит... Ну, то есть можно было бы задавать какой-то подсчет очков, и в конце мы бы уже смотрели не на то, кто ближе оказался к вертолету, кто, что называется, позже умер, а на суммарный какой-то результирующий... результирующую таблицу. Ну, как тебе думаю, такое предложение? Ну да, я думаю, что увидим мы это в ближайшем будущем. Во всяком случае, я на это надеюсь. Вот. Если что, разработчики, не за что. Идея... Ну, можно мне роялти отправить. В общем, это все шутки. Мы с вами увидимся через буквально 8 минут, 8-9 минут. То есть перерыв у нас коротенький. Начинаем мы в 22:18 по МСК. Так что никуда не уходите. Можете сделать себе чайку, позвать друзей, если они по какой-то причине не смотрят нашу трансляцию. Обязательно исправляйте этот недочет. И буквально через... 8 минут, мы с вами увидимся. Thank you.
Got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no, it ain't right, right.
Еще раз всем добрый вечер, с вами по-прежнему Руроя, с вами по-прежнему Сиера и Смолдер, и мы продолжаем схватки, вот-вот у нас начинается третья карта. Да, ребят, всем привет, кто только присоединился, если такие есть. Было бы, конечно, хорошо, чтобы таких было побольше. Ну и, собственно, посмотрим за второй половиной схваток, посмотрим, как будут развиваться события. Очень непредсказуемый получился второй раунд у нас сегодня. Многие команды, которые обычно оказываются в финальных зонах, у нас в этот раз не оказались там. И многие, так скажем, новички как раз-таки и зарешали уже исход этого раунда. Да, действительно, команда номер 3 у нас успешно эвакуировалась, насколько я помню, Парсиваль. И не помнишь, какая еще команда? Номер 11. Номер 11, да, вот не так уж много я видел от них действий в игре, и что в первой, что во второй, но вот сейчас, я думаю, мы будем уже более внимательно следить за ними непосредственно на третьей карте, к которой мы переходим. Да, на самом деле, интересно, будут ли сейчас какие-то бои в начале, потому что видно, что сейчас первая и шестая команда вроде бы вместе, но у шестой команды также есть спот на Галилео Харбор, и, скорее всего, вот туда они и уйдут все. Также вроде бы намечается что-то на резорте непонятное, но там, скорее всего, тоже никого не останется, как я думаю, потому что вторая команда имеет Angel Town еще помимо спота на резорте. Так что есть вероятность того, что все будет очень даже в начале спокойно. Эх, хотелось, честно говоря, увидеть перестрелки в начале. Не люблю я, когда нет конфликтных зон. Все-таки достаточно долго приходится ждать перестрелок, какого-то экшена. Ну вот, выпала третья карта именно таковой. Посмотрим, да, посмотрим. Но тем не менее, чем больше игроков выживает в начале, тем яростнее, как правило, они начинают уже сражаться даже при первой самой зоне, потому что если первая зона, например, вот в данной ситуации уйдет на нижнюю часть карты, то по верхней кромке будет очень-очень много файтов за счет того, что просто наверху очень большое количество команд сейчас находится. Да, тоже верно. Обрати внимание, вот сейчас наблюдаем мы за геокиллером. Очень далеко он находится от основной своей команды. Основная команда у него в Artout City. И сейчас он делает next level play. Он меняет второй шлем на первый. Никогда так не делайте. Это ошибка. Классно. Заметит ли он это, интересно? Вот сейчас это самое интересное, что происходит на карте. Действительно, вернется ли он за вторым шлемом? Это этот вопрос, который меня очень сильно беспокоит. Да, да, все-таки он понимает, что допустил ошибку и возвращается за второй шлем. Но это было забавно. Это было забавно, и геокиллер мог бы стать героем мема. Но не стал. Исправился. Да, тем временем у нас не будет, наверное, ближайшие 3-4 минуты вообще ничего происходить. Единственное, что можно понаблюдать за игроком шестой команды, который оказался по непонятным причинам в центре карты, но оказался там один. Да, он тоже оторвался так же, как геокиллер, от своих тиммейтов. И действительно, судьба этих двух игроков будет наиболее интересна, я думаю, во всяком случае, в начале. До тех пор, пока они не встретятся с кем-либо. Ну, для нас это отличный шанс обсудить то, что я хотел обсудить в прошлой игре. А вот как ты считаешь, я думаю, что ты хорошо знаком с командой, о которой ты говорил в прошлой игре. Это команда Raptor the Raptor, и Йодзин, Брайанс и Ликвидс, насколько я помню. Вот как ты считаешь, насколько я помню, они не играли в таком составе до анонса. И вот как ты считаешь, успеют ли они сыграться и будут ли они играть как единое целое, или все-таки это будет набор хороших исполнителей, но все-таки одиночек?
На самом деле, тут ситуация примерно такая же, как и у нас в РУ-сегменте. То есть, есть какие-то игроки, которые играют более-менее хорошо, да? То есть, ну, например, есть какие-то, ну, какая-то команда, например, там, не знаю, допустим, была в свое время команда у нас, и плюс мы знали, например, что играет также неплохо Дебик. То есть, иногда наши ребята играли с Дебиком. У них примерно та же ситуация. То есть, они... играли, по-моему, таким составом уже некоторое количество времени, но да, до анонса они не играли прям очень часто и именно вчетвером. То есть вот уже только после анонса они начали играть именно таким составом, но прикол здесь в том, что они играли до этого между собой. То есть получалось у них так, что, например, там Еудин плюс Раптор мог играть, там Ликвидс плюс Брянс, да, там Ликвидс плюс Еодзин, там либо Ликвидс плюс Раптор. То есть они более-менее друг друга знают и могут играть, я думаю, что и нормальным сквадом, и особо-то им сыгрываться уже не надо. Они, я думаю, вполне себе в состоянии и без каких-то таких вот очень жестких мер сыграться там за очень короткий срок. Да, я думаю, что... Ну, я примерно того же мнения придерживаюсь, на самом деле, не буду повторяться. Мне кажется, что... эти игроки достаточно сильны и достаточно давно на сцене, и покажут они очень хороший результат. Но хочется еще надеяться, что наши тоже не ударят грязь лицом, а тут у нас восьмая и девятая команды встретились. Уже девятая команда теряет одного второго. Контрабас. Контрабас. Да, и девятая команда пока одного только игрока потеряла. Zero to Hero тоже одного из своих потеряли, нокнутый у них Тацу. Но... да, но Тацу добивают. Тацу добивают, да. С помощью гранаты, и в равных составах остаются. Нет, стоп. Насколько я вижу по мини-карте, девятая команда. Но, видимо, это баг. Карта отображает, что два трупа у нас есть у девятой команды, но это не так. Три игрока у девятой команды, три игрока у восьмой остается. Но здесь война, на самом деле, может очень сильно затянуться за счет того, что все сидят в домах. Особо никто никого не давит. Разве что вот только сейчас восьмая команда, по-моему, подтянулась. Да, подтянулась под Госта, если не ошибаюсь, да? Да, и Light Ghost. Девятой командой. И вот сейчас будет попытка, видимо, зайти на третий этаж, а затем уже на второй. Очень удобный дом для пуша. Именно для того, чтобы зажать кого-то на третий этаж. Тинк отлично стреляет. Он салат падает. И летят уже туда гранаты. Добьют ли Анселада, но в любом случае поднимать его сейчас некому, потому что доктор Дрю и Гост остаются в одном здании, и Гост также падает, и сейчас Zero to Hero остаются 3 в 1. Тем временем авантюрист двоих игроков где-то убил гранату, хочу заметить. Очень неплохо, но доктор Дрю огрызается, вырубает Бизера, остается 1 в 2. Мало здоровья у него, будет ли он хилиться, или... Нет, пока что нет, пока что пытается занять. Решает команду номер 8 сыграть. Засейвить решают Бизеры, ребят. Ну, правильное решение абсолютно, но... Да, доктор Дрю здесь никого не сможет поднять. И вынужден ждать. Или все-таки будет его пушить восьмая команда. Не подняли они все еще Бизера. Странное решение, вроде... На самом деле это очень удивительно, потому что, да, должны были бы уже поднимать. Много времени потеряли, и Кельвин Майер... Ну, в итоге все-таки удачно все складывается, несмотря на то, что... Вот если бы сейчас Кельвин Майер упал, вот тогда, я думаю, что они пожалели бы о том моменте, что они все-таки без эра не подняли, потому что остался бы один на один игрок восьмой команды. Да, но тем временем игрок шестой команды у нас вообще не показывает о том, что он вообще где-то здесь находится. Сидит в кустах, видимо, либо на краю скалы лежит, ждет тиммейтов, возможно. А он вообще перемещался? Я, честно говоря, не помню, да? Двигался он по карте, ну, значит... Он спавнился изначально у амбарчика, который находится неподалеку от Фишерман Тауна, и сместился уже в зону. Тем временем... 10-я и 15-я команда у нас находится на очень таких интересных позициях, с которых будет много возможностей принять людей, если они остались с левой части. Также вот как раз геокиллер залетает в зону здесь, и я думаю, что есть возможность того, что его сейчас очень быстро здесь встретят. Да, Will Payne, если сейчас просто обратят внимание на побережье, они должны заметить. Ну, услышать уж точно Фоксис должен. Не замечает Google. Находит его все-таки Этериал.
Думаю, что Фокси сдал инфу, потому что кто-то топает, и Этериал посмотрел в эту сторону, и Геокиллер здесь абсолютно точно не жилец, несмотря на то, что пытается он прикинуться кустом, но выдает его... Да. Ноги выдают. Вейты при этом, кстати, находятся неподалеку в Артауде, насколько я успел заметить. В принципе, они могут постараться подтянуться, но я не думаю, что они будут это делать, потому что уже бесполезно. Плюс тут 15-я команда, услышав выстрелы, уже подходит, и у 15-й команды я не могу сказать, что здесь очень хорошее место для того, чтобы пушить. Да, но они так не считают. Гугла просадили очень неплохо, и сейчас 10-я команда может на время забыть о геокиллере. Потому что есть у них задача посложнее. Авантюрист вырубает Оушена. Авантюрист сбривает геокиллера в процессе стрельбы. Да, добивает он геокиллера, но думаю, что килл этот засчитают все-таки Этериал, упадает Bluff to Match. Добивает Этериал Bluff to Match, остается Хоги. Авантюриста подняли или... Поднимает его сейчас Эйдзоку. Хоги весь в дымах, в Хоги не видно, но Этериал сейчас может его обойти. Не угадывает, к сожалению, с местоположением. Этериал. Да, вот сейчас. Должен видеть, но не попадает, к сожалению, Этериал. К сожалению, конечно же, для 10-й команды. Эйдзоку уже упал от Фоксиза, насколько я успел заметить. И остается только авантюрист и Хоги. И причем разделены очень сильно силы 15-й команды. То есть, ну, здесь, конечно, очень сложно запушить этот кемп с этой стороны. Да и, в принципе, вообще с любой, потому что это очень такая... Прям, можно сказать, крепость местная. Особенно на входах в зону. Единственное, что сейчас может быть не по плану для обеих, в принципе, команд, что для 10-й, что для 15-й, это появление 6-й команды, которая уже вроде бы приплыла в эту самую зону немножко левее. Эйдзоку сыграл достаточно агрессивно, я удивлен. Потому что он понимал, что его команда находится в меньшинстве, и все равно оторвался так далеко от своих тиммейтов. Но вот сейчас Этериал... Два человека у Вилпейн уже лежат. Да, и остается 2 в 2. 15-я команда и команда номер 10. Да, выманили немного на себя 15-я команда здесь. Игроков Вилпейн. И здесь уже обратная ситуация. Не так удобно идти снизу наверх, как сверху вниз. Да, да, абсолютно верно. Поверили в себя 10-я команда. Понимали они, что они находятся в большинстве. И думали, что все легко у них получится. Но в итоге остались 2 в 2. Но нет, Фоксиза уже подняли. Тем временем, кстати, любой продолжительный файт, как правило, заканчивается тем, что приходит кто-нибудь еще. И третья команда уже здесь находится. Да, слетаются уже пчелки на мед. И авантюрист... Авантюрист чувствует это и уже посматривает в сторону третьей команды, но не факт, что ему это поможет, потому что очень много игроков здесь выходит, и Ланселот справляется с авантюристом. Хоги вырубает Ланселота в ответ. Смотрел на Хоги. Хоги очень мало здоровья, у него остается, но он все еще живет. Хоги вырубает Экпорта. Уже и третья граната, команда. Будет прокидываться под Эминка. Ой, простите, под Хоги. Но Хоги выживает. Не попадает ни одна, да, граната. При этом Ланселот также лежит. Ну, поднимает и Ланселота, и Экпорта. Все сейчас в порядке, а вот авантюрист, скорее всего, не выживет. Да, авантюрист погибает, и Хоги отходит, но Хоги-то не знает, что там еще и 6-я команда на побережье. Да, у 15-й команды все складывается не лучшим образом на этой карте. Буквально да, со всех сторон. Файт был очень затяжной. И любой затяжной файт заканчивается примерно по одной схеме. Слышат друг друга. Раскидывают гранаты. И при этом они, по-моему, сами тоже не знают о том, что Хоги находится здесь. Или заметили все-таки и пытаются от него просто уйти, непонятно почему. Да, потому заметили Хоги... и уплывают. Ну, они все-таки не знают, что Хоги один, а их всего двое. Поэтому выстрелов-то было много. Поэтому думаю, что не так пристально они следят за тем, кто в какой команде играет. Ну, игроки все-таки... Это достаточно сложно уследить, особенно на схватках. Не все команды еще устаканились, не все составы известны. И поэтому я думаю, что 6-я команда сейчас не может с уверенностью заявить, что Хоги один.
Тем временем у 10-й команды рядом находится, по-моему, 12-я, если не ошибаюсь. А нет, 11-я команда, прям вот совсем на краю сидят двое из ребят. И также вроде бы неподалеку от 3-й команды находится еще одна команда, которая тоже стягивается в эту сторону, это 2-я команда. И тут какое-то прям вот вообще лютое нечто происходит на самом деле, потому что еще и в эту сторону смещается, насколько я понимаю, зона. Да, и 5-я команда здесь же, и концентрация в этом квадрате запредельная. Посмотрим, ну вот 3-я команда сейчас принимает наиболее правильное решение, я думаю, они траекторию такую выбирают и занимают, кстати, компаунд. Да, ребята там бэй занимают, ну, это единственный спот, который на самом деле для них более-менее опасен был, просто за счет того, что если бы подошли именно с этой стороны, то выжить было бы очень сложно. То есть еще можно выжить, если подходят ребята, как подходит сейчас 2-я команда, потому что там очень открытое место, несмотря на то, что вроде бы казалось бы лес, но, как видно, там такая проплешина прям в лесу, и она вообще почти полностью без укрытий, поэтому 2-ю команду можно было бы здесь очень неслабо принять. Но вот если бы сзади подошли, то было бы очень грустно. Да, и 3-я команда минует встречу со 2-й, а 2-я... Может сейчас найти 6-ю команду, или может Хоги найдут, или 10-й. 14-я и 5-я, а нет, 8-я, извините, команда уже начали замес, Бизера уже убили. Да, и Тацу также погиб, но Тацу, возможно, погиб ранее. Остаются 2 в 2. Синк очень уверенно, очень агрессивно. Блади Кэт падает. Тимми остается один, но по Тимми не может попасть Кельвин Майер, и Кельвин Майер остается с Тимми один на один. Добивает Блади Кэта. Пытается зажать по Тимми, но попадает всего один раз. Ну, очень Майер. Неплохо попадает, кстати, по-моему, в голову прилетело Тимми здесь. Да, и пытается наугад попасть в дым, но не угадывает пока что. А Тимми хилится, хилится тем временем Тимми. Кто же кого? Тимми? Кельвин Майер. Кто принимает решение вообще отойти в зону, похоже. Да, не поднимает он Синка. А Тимми может попытаться все-таки поднять, потому что... А, Кельвин Майер, ты посмотри, он отхилился за зоной и возвращается, стреляет по Тимми и убивает его. Все-таки в самый последний момент мы успеваем это заметить, но Синка уже не спасти. Кельвин Майер остается один. Один остается из команды Zero to Hero. Рядом, кстати, также еще находится... 13-я, 12-я и 7-я команда. Правда, они находятся все-таки, наверное, на каком-то удалении, но очень, очень близко к друг другу. Ребята находятся в арт-ауде. Очень может быть, что здесь начнется сейчас какое-то дикое месиво между тремя командами. Плюс у 13-й команды еще подъезжает машина, которую не могут не слышать игроки 12-й. Да, но очень удачно получилось, что 12-я команда не контролировала этот подъезд, и игроки 13-й команды смогли беспрепятственно заехать и вот сейчас отхилиться. Повезло, повезло команде Гео. И сейчас Airfight. На самом деле Airfight. У них позиция получше. У Гео здесь позиция несколько лучше, чем у 12-й команды, плюс занимается крыша. Да, 12-я команда, хотелось сказать, что не в меньшинстве, но нет, все-таки в полном они составе. Прокинул Бикек Грену, но не особо, по-моему, это помогло. Плюс у 12-й команды есть шпион в виде Дароида. Да, и Дароида, кстати, сбривает Вилдрингера на входе в зону. Во время полета Вилдрингера, по-моему, сбрил Дароида как раз. И начался замес у нас под зазданием. Бикека может сейчас спуститься с крыши. Будет ли он это делать? Я не думаю, что он не стоит. Ну вот он видел игрока другой команды, но при этом не обратил на него внимания. Ну вот сейчас не попадает ни разу с грозы. Ну, наверное, в X2 прицел на такой дистанции небольшой, это не лучший выбор, но все-таки позиция у него была слишком хорошая. А тут посмотри, что творится. Хоган падает. Очень мало здоровья остается у Нукри. Ты посмотри, какой размен. Один за другим падают и... Остается только один на один, ребята, остается и залетает внутрь прямо. Не видит его фантом, не видит и пытается попасть, заканчиваются у него патроны. Меняет он оружие на МП-ХСД, ни один, ни другой не могут попасть. Вообще попасть не могут.
Что происходит? Все стены обстреляли, а Непа там кошку использовал. Паника, паника, явно у игроков начинает использовать бинты фантомы, не попадает ни разу. Ну а Непа выходит победителем из этой невероятной перестрелки. Что это мне было? Мне кажется, это была на самом деле самая настоящая ковбойская дуэль, потому что иначе я как-то это объяснить не могу. Да, ребята отстреляли практически весь боезапас и использовали и штурмовые винтовки, и пистолеты-пулеметы. Осталось только на снайперских винтовках им постреляться было, и полный был бы набор. Тем временем, кстати, 10-я команда начала пушить вторую команду. И у второй команды также еще гости в виде пятой команды находятся тут рядом. Да, вторая команда сейчас в незавидном положении, да. Лабока, Делякока вырубили. При этом Фоксиза также вырубала вторая команда, но успели ребята из 10-й его спасти. При этом также третья команда подтягивается, все на вторую команду просто ополчились здесь. И, да, конечно, и вторая здесь... команда уже теряет двоих. И думаю, что Лабоку Делякоку тоже не отпустят. Там слишком много претендентов на его скальп. Дедушка остается один. Ну, один, но не сломлен. Вырубает Эминга. Вырубают с Фамаса. Вырубает Ланселот с Фамаса, по-моему, двоих даже игроков 10-й команды. Если не ошибаюсь. Но при этом его также вырубают. И падает, я так понимаю, третья команда. Да, третья команда погибает. Дедушка, ты посмотри, гранатой закидывает. Отличная как граната. Далеко. И двоих игроков, по сути, убивает. Кстати, у первой команды тут тоже дела не очень хорошо, потому что Питер Пен, очень мало здоровья, Дебик нокнутый. Да, Лихачевский погиб. Также нокнутый. И Питер Пен находится между дедушкой Этерналом и... Дедушка все-таки погибает, но Дароида из другой вообще части карты, вернее, да. Из другой команды пришел также уже за первой, видимо, и добивает Дельту здесь. При этом его тиммейт также не успевает зайти в зону. Да, Непа погибает, а Непа это тот самый участник этой перестрелки, которую мы с вами наблюдали чуть ранее. Да, здесь, конечно, Холм... обогрен кровью, потому что здесь у нас и десятая команда, по сути, осталась победителем здесь. Десятая и двенадцатая, да. Да, но может сейчас... Так еще Хоги живет до сих пор. Да, но Хоги уже достаточно давно здесь находится, и может он сейчас встретить Этериала на Скорее подходе. Скорее всего, он его и встретит. Должен точно его услышать Хоги и... Сейчас вот между ними будет перестрелочка, которую мы, к сожалению, не успели посмотреть. Ну, мы увидим, я думаю, кто кого убьет. Там сразу станет все понятно, кто же выжил. Но, тем не менее, Этериала, по-моему, отпускает Хоги. Он, видимо, ждет, что Этериал будет занимать позицию вертолета. Возможно, будет пытаться залезть. И не знаю почему, но не стал его убивать именно в этот промежуток времени. Лайтсей заходит к Дароида. И Дароида как... уверенно отвечает, вырубает Лайтсея. Здесь же бойтесь гнева. Трое выходят на Дароида, но он сражался достойно. Но да, не смог справиться. Да, поэтому все-таки Фоги вышел победителем из схватки из этой. И, возможно, сейчас залезет в вертолет. Да, именно это он, собственно, и сделал. Так что 15-я команда все-таки в этот раз заняла свое место в вертолете. Да, терпение вознаграждается. Не стал он сразу открывать огонь. Дал... время, чтобы... Остается тем временем всего 6 игроков. 4 игрока из 5-й команды и 2 игроков из 6-й. Честно говоря, я не думаю, что у 6-й команды очень много шансов здесь что-то сделать, потому что, несмотря на то, что ребята из 5-й команды не знают, где сейчас находится 6-я, но численное преимущество у них прям вот очень сильно ощутимое. Да, плюс и тем более... что в вертолете уже место всего 3. Я думаю, что сейчас 5-я команда будет искать 6-ю и... Но 5-я команда, кстати, довольно сильно расплиталась. То есть Lightsay Pro One, он довольно далеко от своих тиммейтов. Хотя и тиммейты его могут прикрыть. И сразу же нокают Макса. Да, Lightsay вообще без шансов. В одиночку разбирается с Максом. И сейчас, я думаю, подтянется вся команда. И Инкнау... У Инкнау очень большие проблемы.
Со всех сторон на него выходят. И да, без проблем абсолютно справляется с ним, бойтесь гнева. И вся пятая команда отправляется к вертолету. И сейчас, я думаю, как всегда, будут на камень, ножницы, бумага будут скидываться, кто же полезет в вертолет. Точнее, кто же останется на острове погибать. Ну, на самом деле, довольно интересный в этот раз все-таки получилось противостояние. Особенно у этого кемпа, который находится здесь неподалеку, на этом холме. По сути, мы даже никуда-то толком и не вылетали за пределы этого кемпа. Все время находились, по сути, здесь и наблюдали именно за всей схваткой. Именно с вот этой точки обзора. Только здесь, в общем-то, и были все файты в основном. Ну, разумеется, конечно, самый эпичный файт в Артауде — это отдельный разговор, но по большей части все команды стягивались именно в эту точку. Да. Зона так распорядилась, и обрати... и хотел я сказать, что No Recoil в этой игре сыграли максимально неудачно, потому что приехали и сразу же погибли, но все-таки кого-то они забрали. Какую-то команду они разобрать умудрились, мы за этим... Если не ошибаюсь, это была... А, нет, это я ошибаюсь. 13-я команда как раз-таки воевала у нас в Артауде. Да, да. 13-я команда была в Артауде. Ну, а рядом с No Recoil была 4-я команда, и там, как видно, правда, 3 человека всего в составе. Да, да, а киллов 4 у No Recoil. Возможно, где-то кого-то еще ребята успели найти. Возможно, встретили Келвин Мейера где-то по пути. Да, загадка пока остается неразгаданной. Да, потому что о нем мы уже как бы давно не слышали. Где-то он погиб. Да, интересно у нас получилось... Третья карта весенних схваток. Местами забавная, местами очень яркая. Что ж, впереди четвертая и заключительная на сегодня карта. И напоминаю, что это заключительная карта весенних схваток перед турниром Thailand Invitational. Следующая неделя уже схваток у нас не будет, потому что все команды... Ну, не все, разумеется, команды здесь присутствующих, но... Команда организаторов Руроя в том числе не сможет проводить эти тренировочные игры. Да и я думаю, что большинство зрителей будет... Ну, им будет интереснее наблюдать за Thailand Invitational все-таки. Как ты считаешь? Ну да, естественно. Но при этом, на самом деле, вот если обратить внимание на то, какая команда, как правило, делает больше всего убийств, то, как правило... Случается так, что если какой-то кемп заняла какая-нибудь команда в самом начале, и если в этот кемп потихонечку стягивается очень много людей, и желательно постепенно, а не все вместе, потому что тогда выжить шансов практически нет, то именно эта команда, если она выживает к концу, как правило, и накидывает больше всех убийств, больше всего, ну, вернее, лучший результат она и показывает среди всех остальных. Ну, то есть ты намекаешь, что влияние зоны в Роя сейчас очень сильно, и по большому счету, то есть если на твоей команде сошлась зона, то ты в шоколаде, и ты, скорее всего, победишь. Ну, как правило, так оно и есть, потому что вот если вспоминать даже тот же Roy CL, последние игры, которые мы играли, когда я еще играл, да, там в последней игре... Была зона на зимней карте на самом верху горы у Зигель Кастл. В зону вход был очень узкий через два холма. И четыре команды, которые изначально были на этом холме, они, в общем-то, и остались живыми. А все те, кто пытался подняться, они все погибли. Ну и тут то же самое будет случаться в случае, если зона, например, сойдется на Вейл Риф. То есть, ну, вот, честно говоря, я не считаю, что такие зоны, они вообще должны быть на каких-то компетитив версиях, так скажем, да, этой карты, потому что шансов очень мало что-либо предпринять, просто, как говорится, unlucky сразу же, если зона так сходится. Ну, а как ты предлагаешь, ну исправить эту ситуацию? Ну, зацепить частью хотя бы зоны самого Вейл Рифа, например, один из берегов, тогда было бы как-то попроще жить. Ну, то есть ты предлагаешь как-то... как-то ограничить ту позицию, на куда может сместиться зона?
Я предлагаю просто не делать таких зон, как вот, например, вот если на Вайл-Риф посмотреть на пунктирчик, да? Угу. Он сам остров в центре, и вокруг него несколько зон, которые могут закрыться, и будет очень узкий вход в эту зону. Причем это остров, то есть туда в принципе попасть сложнее. А когда еще и вход только с одной стороны, ну вот именно вот это вот, такого не должно быть. А, ну да, действительно, так, так это может сработать. Сейчас мы наблюдаем за Галилео Харбор, насколько я понимаю. Здесь у нас 8-я и 14-я команды. Да, здесь две команды, 14-я, 8-я. Также и на карте... Да-да-да, говори. Насколько я знаю, 8-я команда, она будет действовать очень агрессивно, потому что они почти всегда пытаются сразу вырубить соперника. И уже видно, что Келвин Мейер делает перетяжку на левую часть. Видимо, из-за забора будет с холмика пытаться как-то встретить игроков 14-й команды. Ну вот он, по-моему, занял все-таки одну из бочек. Да, и Калина уже открывал по нему огонь. Но здесь 14-я команда разделилась достаточно сильно, а 8-я играет плотно. И это может стать проблемой, если сейчас 8-я команда будет играть, как ты сказал, агрессивно. Но пока что, видимо, не нашли достаточно лута и обыскивают ангары. Ну здесь и... есть, на самом деле, вероятность, что не в луте дело, а в том, что очень такой большой спот, очень сложно просто быстро добраться до соперника, то есть очень много пространства. И из-за этого, возможно, нету прям такой лютой агрессии в самом начале. Да, возможно, но пока что траекторию они выбирают достаточно аккуратную, но вот сейчас все-таки смещаются в сторону 14-й команды, но и 14-я команда отступила. Возможно, сейчас объединятся игроки 14-й команды. Посмотрим. Нет, все-таки играют 2-1-1, получается. И вот сейчас уже 8-я команда очень близко подходит к 14-й. И будет перестрелка у нас все-таки 2 в 4. Да, находит Кельвин Майер Калину. Бегает по полю, по сути. Здесь очень сложно будет ему одному что-то сделать, потому что очень неудобный вход в этот ангар. Плюс сбоку есть еще два игрока 14-й команды, при этом... Как здорово стреляет Тацу. Тацу. Тацу успевает. И Калину так же нокают. Сейчас у 8-й команды преимущество, несмотря на то, что Бизера вырубили. Да, поднимает его синг. Здесь. Он будет сейчас, видимо, либо поднимать Тацу, либо думать, что делать дальше, потому что очень неудобно лежит Тацу на самом деле. И при этом уже, видимо, слышно то, что да, слышно, что уже рядом находится еще один из игроков 14-й команды. Бладикет у нас занял верхушку. И Бизер очень мало хп имеет, но при этом залетает и очень годно сбривает сразу же Бладикет здесь. Да, но и Синк ему здесь помог, насколько я понимаю, потому что добил Бладикет именно Синк. А это значит, что он также был нацелен на этот килл. И остается один Ганджа. Будет ли он... Я думаю, что Ганджа вряд ли сейчас будет пушить. Хотя, кто знает, может быть, решил он отомстить за своих тиммейтов, так сказать, брат за брата, и будет пытаться кого-нибудь минусануть. Хотя вот, видимо, все-таки уже понимает, что в одиночестве ему здесь делать нечего, и надо как-то смещаться, и, возможно, вообще пытаться уйти отсюда. Ну, и может, все-таки сейчас такой... подкараулит кого-то, может, найдет и хотя бы немножко насолит 8-й команде. Насолит Zero to Hero. Ну да, пытается он все-таки повоевать, не пытается уйти. При этом Бизера вроде бы он видит уже. Прямо на него, по-моему, смотрит. Да, действительно, Бизера уже видит. При этом 8-я команда не видит сейчас Ганджу. Да, 8-я команда не обращает внимания на ту зону, из которой... Они пришли только что, но это логично, они как бы только что там были и не обращают внимания на бэклайн. При этом, кстати, один из игроков 8-й команды, если не ошибаюсь, Келвин, он бежит как раз с левой части, видимо, видимо, он решил подлутать еще что-нибудь, либо поискать кого-нибудь. И, по-моему, пересекают просто одну и ту же улицу два игрока. Ганджа открывает огонь, раскрывает свое местоположение. Кельвин Майер. Нех, все-таки не попадает. Урона не получает еще. Но да, Ганджа будет уже пытаться уйти, потому что здесь такой... Дадут ли ему это сделать? Вот в чем вопрос. Здесь уже и Кельвин Майер открывает огонь. Нет, Ганджа все-таки погибает.
Да, очень удачно он здесь место занял. Видимо, он думал, что дальше можно пройти, но там заборы повсюду, и как-то не уйти ни с какой сторон, и со всех сторон еще и стреляют, поэтому да, такое. Здесь не получилось у него ничего сделать. При этом еще шестая команда у нас успела немножко повоевать с пятой. Насколько я понял, одного из игроков как минимум они потеряли там. Плюс у нас десятая команда, возможно, будет пытаться закрывать сейчас четвертую команду. И, вероятнее всего, так оно и будет. Именно туда, по-моему, направляются ребята. Да, будут пытаться занять, возможно, два амбара крайних. Возможно, будут пытаться прямо с поля зайти. Но, тем не менее, здесь 100% сейчас будет жарко. Да, четвертая команда уже готова. Да, четвертая команда уже 100% слышала эту машину. По крайней мере, No Face точно должен был замечать как сейчас Фоксиза. Уже но пошел огонь. Не наносит урона по Фоксизу, No Face не попал ни разу. Но вот все-таки... Да, Оушена вырубает, а No Face падает в ответ. Пока 1-1. Добивают также No Face. И остается ситуация у нас 2-2. Насколько я вижу. Да, или 2-3. Ну как же не попадает Фоксис? Но все-таки попал. Попал в конце. Смог он доконтролить, но падает сам. Как же неудачно отстрелял Фоксис. Выгодная у него была позиция. Остается один Гугл. Все-таки три игрока оставалось у четвертой команды. Да, ну не попал он просто в кадр, и поэтому у нас сложилось ошибочное впечатление. Гугл вырубает линкора, добивает линкора. Один в один ситуация сейчас у... Нет, два в один уже. Да, Оушена что... подняли. Да, подняли Оушена, и два в один сейчас остается десятая команда, но очень большие потери, на самом деле, для ребят. И Флексарда падает, четвертая команда, несмотря на то, что была у них позиция достаточно выигрышная, четвертая команда все-таки погибает. Также у нас какое-то непонятное безобразие происходит на пляже неподалеку от Фишерман Тауна. Там, по-моему, сразу несколько команд будет сейчас заезжать в зону с плюс-минус одного и того же направления. Девятая команда, по-моему, вышли, двое из игроков отстреляли 15-й. И вот сейчас, по-моему, они как раз хотят дожать 15-ю команду, игроки 9-й. Да, очень быстро, что... очень уверенно перемещаются. Но здесь же и пятая команда. Опять у 15-й команды все складывается не лучшим образом, потому что с двух сторон их зажимают. Нет, смотри, 9-я команда едет мимо. Как раз сейчас у них все неплохо складывается, потому что да, сразу... вырубают контрабаса. И добивают. Они добивают его сразу же, абсолютно. Добивают сразу же, вот так. Ну, ты говорил, что 9-я команда уже стреляла по 15-й, но вот как-то они опрометчиво... Просто ехали мимо. Ну, потому что ребята выходили из машины, явно в каком-то месте, где машина не спавнится, и как раз когда мимо них ехала 15-я команда, поэтому, вероятнее, по машинам они стреляли, но потом поехали вслед, и тут уже... Да, здесь 9-я команда приехала в гости к 5-й, и 5-я приняла их с распростертыми объятиями, сейчас падает Кенти, и остается один Элайт Гост. Да, при этом еще 15-я команда уже точно слышала эти выстрелы. Также игрок 6-й команды у нас здесь решил не париться и прям высадиться на берег по грубой схеме. Да, и был я уверен, что лодка сейчас накажет его за это решение, но нет. Лодка оказалась доброй, она не решила его наказывать, поэтому удалось ему. Да, и при этом два дропа упало здесь неподалеку на холме. Это, я так и понимаю, сейчас все... 15-я команда будет воевать с 5-й. Да. Да, я думал, что 5-й команде достанутся оба дропа, но, возможно, 15-я команда поборется за них. Эйдзоку падает. Лайтсейв да, вырубает его. Да, очень неплохо. 5-я команда, позиция у них намного-намного интереснее, чем у 15-й здесь. И граната. Гранаты летят. Нет, перелетает все-таки прямо граната. Прямо в камеру залетает граната, но не к ребятам, да. Авантюрист вырубает водку, тем временем уравнивая составы, добивает водку авантюрист и... Эйдзоку при этом подняли. Да, Эйдзоку подняли, Лайтсей также вырубается, остается Шелдик одна. Ну и на самом деле, по-моему, момент с какой-то инициативой у пятой команды здесь, конечно, упущен, потому что были шансы здесь вообще отконтрить без потерь. Ну, возможно... Хорошо очень обошли авантюрист сейчас и Блав. Обошли с другой стороны и застали врасплох.
Ну, это, конечно, так, но просто такие моменты, как возможность зайти в зону справа, либо возможность обойти вашу команду, они обычно контролируются командами, то есть, ну, должны были замечать, должны были этот момент заметить игроки пятой команды, и вот небольшая вот здесь вот ошибочка, она сыграла с ними очень такую злую шутку. Да, но все-таки в меньшинстве они были, и начали за здравие, вроде вырубили Эйдзоку, но дальше, я думаю, что численное преимущество сработало все-таки, и 15-я команда справилась. Восьмая команда тем временем у нас с 13-й находится довольно близко, но заметь, сейчас 13-я команда находится на воде. Скорее всего, они будут просто уплывать оттуда, потому что зайти на берег, если они знают на данный момент о 13-й команде, у них шансов нет. И действительно, у них здесь, оказывается, лодка заспавнилась, поэтому, ребята, я думаю, никаких проблем с тем, чтобы просто отсюда уехать, испытывать особо-то не будут. Да, но да, единственное... они, возможно, и приплыли сюда на этой самой лодке. Не помню я, где они спавнились изначально. Да, но единственное, что здесь не очень понятно, как они собираются зайти в зону. Видимо, они будут заплывать в зону примерно там же, где только что был файт 15-й и 5-й команды. Потому что только там плюс-минус можно зайти. Там вот в порту есть еще место, где можно было бы пройти. Но они едут сейчас прямо навстречу третьей команде. И команда, которая первая заметит противника. Но разминаются все-таки. И третья команда уплывает. Не зря у нас введена тематика пиратов. Да, и сейчас заходят они на следующий круг. Будет у нас абордаж, я так понимаю. И кто же выйдет победителем? Пока что у команды Гео лодка выглядит... Но третья команда, кстати, ушла на берег. Ребята решили не париться. Но тут плюс еще и 12-я команда находится прямо на берегу, прямо туда, куда хотят вылететь игроки 13-й команды. Дают инфу по ним. Лодка. Взорвется 100%. Успевает соскочить 13-я команда с лодки, но они сейчас все в воде. И 12-я команда может сейчас полностью всех их разбирать, но пока что они постреляют не туда. Ну, в прошлой игре мы видели, что бывает у него такое. Стрельба мимо, стрельба в никуда, но посмотрим. Но 13-я команда выберется, скорее всего, на берег. Вот вопрос в том, только почему 12-я сейчас не контролит побережье, которое находится немножко выше них по карте. То есть, по идее, должны контролировать именно это место, потому что лодка правее них. Соответственно, вероятно, противник, он будет уплывать направо, как сейчас это делает Бикека, и вылезать где-то там. Ну да, вряд ли 13-я команда решила бы вылезти прям на тот же самый берег, где находится 12-я. Ну вот, Airfight. При этом Ванепу, по-моему, только что влетело от игроков 13-й команды. Да, они уже успели отхилиться, и вот постреливают в сторону команды Airfight. При этом у нас восьмая и третья команда начали свое взаимодействие. Сейчас будет очень жесткий замес за тут за ближайшее здание наверху на холме, потому что вот это здание, оно очень, на самом деле, сильно решает. Кельвин Май раскрывает свое положение и вырубает все-таки Ланселота со второй попытки, со второго спрея. Если бы он чуть позже, возможно... Синг, Бизер и Тацу уже рядом подтянулись. Очень близко, да. Единственное, что нехорошо для них, так это то, что уже Икпорт занял крышу на вот этом здании. Она очень-очень неплохо контролит округу. Единственное, что, конечно, сзади еще и 12-я команда есть, которая также может поднасолить третий. И плюс ко всему этому, я видел на краю зоны сейчас первую команду, которая... Синг играет очень агрессивно. Запрыгивает он сейчас в дом, где находится Икпорт. Кельвина Майера вырубили. Тем временем Икпорта вырубают. Остается Парсиваль. Да, и Парсиваль добирает гранаты Кельвина. Здесь... Отличная граната. Здесь очень сложно будет что-то ему сделать, потому что 12-я команда тоже уже рядом, и они уже тоже знают обо всех, вероятнее всего. Думаю, что именно 12-я команда заберет Парсиваля, если найдут. Нет, все-таки идут они не тем путем. Парсиваль. Да, все-таки у Парсиваля есть шансы на выживание здесь. Но да, он может уже... еще в спину 12-й команде зайти и подкараулить их. Потому что если 12-я команда сейчас вступит в перестрелку с 8-й, а в спину зайдет Парсиваль, то у 12-й команды все может быть не очень хорошо.
При этом 12-я команда как-то неуверенно себя чувствует, неуверенно очень они делают все, двигаются как-то прям скованно, не пытаются они даже пытаться, да, стрелять по кому-то. Ребята как-то очень-очень сейвово играют. Ну вот сейчас, хотя, видимо, сейчас залетает к ним 8-я команда. Ну тут уже, конечно, в такой ситуации уже не. Бизера вырубают, Бизера сразу же добивают. Хоган! Думал я, что он выживет, падает. Но все-таки погибает. И 12-я команда погибает. Вот так вот очень быстро. Да. Очень быстро у нас произошла эта перестрелка. Один за другим погибали игроки. 8-я команда потеряла Бизера. Все-таки. А Парсиваль, кстати, улетел на другой конец карты, на, видимо, глайдере. Потому что иначе он вряд ли бы быстро так добрался до этой точки. Ну, либо на лодке. Да, Парсиваль решает сыграть сейвово, сыграть осторожно. И отправляется в Галилео Харбор, где его, да, уже ждет. Да, и вот сейчас будет довольно интересно, потому что у 7-й команды есть, по сути, контроль над входом в зону. То есть, если ребята сейчас будут... довольно внимательные, то они могут закрыть и 8-ю команду, и 1-ю команду могут закрыть. То есть у них есть действительно неплохие шансы на то, чтобы вообще здесь натворить делов. Да, а здесь у нас оттенки зеленого сошлись. Это 15-я и 2-я команды. В разных ангарах они находятся друг напротив друга. И здесь же еще и дроп. Да, но ангар на самом деле поудобнее, наверное, все-таки у 15-й команды, потому что... укрытие у них как-то более надежное, чем плоская крыша большого ангара, в котором сейчас находится вторая команда. Да, но спустились они все-таки с этой крыши. Интересно, почему? Интересно, возможно, возможно, опасаются, да, что сзади их кто-то расстреляет. И пока играют осторожно, пока... На самом деле, сейчас... вот сейчас очень многое зависит от того, будут ли эти две команды пытаться вырубить друг друга, потому что именно они находятся в самой такой центральной части зоны, и именно из этой центральной части зоны, наверное, будет удобнее всего добираться до вертолета. Куда бы он ни попал, скорее всего, отсюда до него добраться можно будет. Эйдзоку получает очень много урона, но выживает. Выживает, да. И сейчас будет восстанавливать здоровье, да, живет Эйдзоку. 3 хп у него осталось, при этом Лобока также проседает очень сильно по хп. И да, здесь вторая команда прогоняет немножко 15-ю от своих ангаров. При этом 15-я команда остается в контейнерах, и контейнеры — это такое очень ненадежное укрытие. Плюс у них есть тоже здоровый свой ангар, но его крыша совсем уж неудобна для местных перестрелок, потому что она вся такая изогнутая и... непонятно, куда прятаться вдруг, если что, если кто-то тебя найдет. А здесь у нас команда номер 1 встречается с командой номер 7. И пока что команда номер 7 действует не лучшим образом. Уже вырубили Дзибо. 400 кг также Дельта Фикс вырубает с помощью гранаты. Добивают Дзибо. Да, здесь, конечно, 7-я команда не отконтролировала вход в зону. Они, да, явно проморгали и к тому же смотрели частично в другую сторону. И уже дом занимает первая команда. Добивают также 400 кг. Но также рядом есть еще 2 игрока 7-й команды, поэтому у них, в принципе, есть шанс. Должен сейчас Питер Пен находить Уайлдрингера. Вырубает Уайлдрингера и сразу же... всю 7-ю команду забирают, но здесь же уже и 8-я. 8-я. 8-я команда также рядом, плюс рядом игроки 13-й команды, которые тоже находятся неподалеку. При этом пошел замес между... вырубают Лихачевского? Да, при этом на другом конце карты тоже идет очень довольно жесткий замес между 10-й и 15-й командой. Да, и сейчас, ну, Лихачевского, я думаю, поднимут. Дельта Фикс. Дельта Фикс отстреливает, но не попадает ни разу по Тацу. Тацу играет агрессивно, несмотря на то, что 8-я команда в меньшинстве. Zero to Hero не собираются играть осторожно, они играют весьма агрессивно. Лихачевского подняли тем временем. И по Дельта Фиксу, я так понимаю, настреливает еще и команда номер 2.
Да, пытаются простреливать куда-то в деревья, в кусты, плюс-минус по звуку, видимо. Но попасть в такую ситуацию довольно сложно. Не видят они явно своего соперника. Плюс пока что Тацу, несмотря на то, что он довольно агрессивно играет, позиции у него как таковой нету. И у Дельты, например, очень неплохое место, с которого можно отконтролить целиком Тацу. При этом первая команда, видимо, понимает, что не так много игроков против них играет, потому что явно стреляло только двое. И уже, видимо, будет сейчас какой-то пуш от первой команды в сторону восьмой. Да, но тем не менее позиция Тацу дает ему возможность не попадать под огонь второй команды. Но вот сейчас Дебик расправляется с Тацу, и остается всего один игрок, это Синг. Но Синг погибает, Лихачевский добивает команду номер 8, команду Zero to Hero, и мы переключаемся ненадолго, переключаемся на 13-ю команду. 13-я команда у нас в полном составе жива, команда Гео. Да, и вот сейчас, конечно, второй команде уже важно не проморгать своих оппонентов, им важно не проморгать первую команду, когда та будет спускаться вниз, учитывая расположение вертолета. Кстати, тут немножечко дежавю, потому что вчера такая же ситуация абсолютно была, такой же абсолютно вертолет был, и, конечно, очень непросто к нему вообще будет подобраться через вторую команду, если она будет контролировать все направления вокруг. Первая команда тем временем уже начала смещение. 2 в 2 пока ребята играют. Будут, видимо, подтягиваться под файт 13-й и 2-й команды. Но тут здесь также сидит последний игрок 10-й команды, который пока прикидывается кустом. Я не думаю, что какие-то активные действия от него стоит ожидать. Высматривает он авантюриста. Явно знает, что где находится 15-я команда. Но кроме этого пока ничего не делает. Тем временем 13-я команда, насколько я вижу, она вообще уже поджалась прямо под ребят из второй, и сейчас там будет довольно жарко. Да, у второй команды сейчас, можно сказать, незавидное положение, потому что их со всех сторон обходит и Питер Пен. Удачный выстрел с М200, падает дедушка, пытается его сразу же добить. Питер Пен наносит, да, один выстрел, другой. Нашли Оушена, Дебик нашел Оушена. Хотел я сказать, что Оушен может насолить первой команде. Дедушку таки добили, и вот сейчас... И здесь же 13-я команда. 13-я команда выходит на команду номер 2. Лукина теряет очень много здоровья. Вырубают Нукри. Занимается тем, что отстреливает игроков с двух сторон. А им вообще все равно. Вторая команда это или 13-я команда. Они убивают всех, кого видят. И уже убили Нукри, уже убили дедушку. Также Лукина падает. Но это... С ним разобрался Нерель, насколько я понимаю. Фантома не успели поднять. Лукина, скорее всего, сейчас... Да, но может он сейчас попробовать поднять... Ну нет, все-таки добивает Лукина и... Найдут ли Бикеку? Выходит Бикека, но не открывает огонь почему-то. Солэмптинес была явно не готова к этому, но вот... Бикека не сориентировался. Тем временем Дельта у нас здесь в гордом одиночестве против 15-й команды. Но заборчик у него хороший. Объективно хорошее укрытие, потому что... Есть все шансы у него на то, чтобы наделать делов, при этом не особо выходя даже из этого забора. Единственное, что может помешать, так это прострелы оружия, потому что... Находит сейчас Дебика и Дзоку и буквально спасает. Если бы сейчас авантюристы и Дзоку вышли на Дельта Фикса, могли бы его расстрелять вдвоем. И почти, да, удается авантюристу забрать сейчас Дельту. Дельта на отхиле на аптечке. Успевает! На одном хп успевает Дельта. Будет ли стрелять по авантюристу? Нет, все-таки хилится. А где же вся команда? А вот и она, Дебик. Вырубает авантюриста, добивает его Дельта Фикс. Получает, да, приток адреналина. Авантюриста, но поторопился явно здесь. Здесь на нервах явно играл у него Дельта. Здесь, конечно, не надо было, наверное, пытаться выбегать за этот забор. В принципе, Дельта здесь играл роль приманки, по сути. Да, команда все прекрасно контролировала и здорово сыграли здесь игроки No Recoil. И остается один Хоги. Обходит его игроки, находит Дебик. Дебик отлично в этой карте себя показывает. Думаю, что много он киллов наберет в итоге. А Солэмптинес? Хотелось сказать, что оказалось в вертолете, но нет. Солэмптинес еще не в вертолете. В вертолете была в ту матч, и в вертолете также игроки No Recoil. Решили они не затягивать в этот раз. Оставили
хотел я сказать, что оставили жизнь Soul Emptiness, но Лихачевский спокойно забрал этот фраг. И две команды. Две команды у нас успешно эвакуируются. Это команда номер 1, команда номер 15. Первая и последняя по счету, но не по значению, разумеется. 13 киллов у первой команды, при этом 8 киллов у 15-й. Ну и также вот у Soul Emptiness, которая, по идее, должна была занять второе место, но почему-то третье отображается в таблице. У ее команды 6 киллов. Да, ну видишь, первое место между собой поделили 15-е и первое, получается. И, как правило, именно так считается, что в таком случае второго места нет. Ну, во всяком случае, так ну, приняли вот, решение я помню, разработчики. По крайней мере, когда играли турниры, если эвакуировалось там вот таким образом несколько команд, то оставшаяся команда занимала второе. Но, возможно, что-то поменяли просто уже. Да, ну что ж, вот подошла к концу заключительная четвертая карта сегодняшнего дня. Сегодняшнего дня весенних схваток. Что ж, спасибо всем, что смотрели. Хочется напомнить, что если вы хотите поддержать Руроя, если вы хотите поддержать организаторов весенних схваток и многих других турниров, вы можете подписаться на Twitch канал. У нас есть клевые смайлы. Вы будете их использовать не только на нашем канале, но и на других. Но я думаю, что кто знаком с системой Твича, все прекрасно это знают. Смайлы действительно очень классные, и все игроки в Рое, я думаю, их оценят по достоинству. Также обязательно подписывайтесь на все наши соцсети, на Discord-сервер, на ВК-группу, посещайте сайт, там будут все ближайшие анонсы. А анонсов будет много, и анонсы будут интересные, потому что впереди у нас глобальный турнир, впереди у нас Roya Invitational в Таиланде. И, разумеется, Руроя будет комментировать этот турнир. Кто его будет комментировать, пока что секрет, но трансляция обязательно будет на следующей неделе, 7 апреля, в 6 утра. Крепитесь, я понимаю, это непросто, но просыпайтесь и болейте за наших, болейте за No Recoil. Вот символично, что No Recoil в этой игре решили победить. Влад, спасибо большое тебе за компанию. Было очень приятно с тобой комментировать. Да, еще раз спасибо всем, что смотрели. Увидимся совсем скоро. Увидимся уже на Thailand Invitational. Да, всем пока. И ребят. Да. Ребят, не забудьте тоже на следующие схватки записываться. Следующие, правда, будут не скоро. Но не забывайте. Да, обязательно. Все. Пока. Пока.